тысячелетиями наша планета неизменно оставалась гостеприимным домом для всех живущих на ней, восхищая своей жизнестойкостью. 20 век был периодом, который стали называть «великим ускорением». В течение жизни всего лишь одного поколения люди достигли небывалых успехов. Развитие транспорта, средств связи и других технологий привело к беспрецедентным изменениям в экономике. Население Земли с того времени выросло почти втрое. Деятельность человека, образно говоря, надорвала силы Земли, нарушив ее природные циклы. Глядя на урон, нанесенный окружающей среде, становится очевидным, что мы движемся к точке невозврата. Мы стали перед выбором – либо продолжать уничтожать наше будущее, либо применим альтернативу, которой должны стремиться все, живущие на планете Земля. Применение новых, действительно эффективных технологий, новый жизнеуклад общества, прогрессивные и просветленные люди – это наше спасение. Новые города, нового поколения Евразия – образец нового уклада общества, живущего в гармонии и благополучии, в мире и согласии. Это новая эволюция мира. Самые большие города с абсолютно новой транспортной системой и новой инфраструктурой, где из Санкт-Петербурга до Владивостока можно будет добраться всего за 20 часов и 200 долларов, со всеми доступными средствами связи и жизнеобеспечения, с высокой безопасностью и комфортом. Из Москвы в Киев за 2 часа и 20 долларов. Из Москвы в Барселону за 8 часов и 100 долларов. Из Киева в Анталию за 5 часов и 50 долларов. Из Новосибирска в Дели за 12 часов и 150 долларов. Из Владивостока в Куала-Лумпур за 15 часов и 200 долларов. Из Лондона в Токио за одни сутки и всего за 300 долларов. В этих линейных городах будут применены только альтернативные низкие по цене и обслуживанию источники энергии и переработки. Экопоселения и родовые поместья, которые дадут обществу гармоничное развитие вместе с природой. А стоимость жилья 200-300 квадратных метров не будет превышать 50 тысяч долларов, так как будут применяться новые технологии в строительстве и хозяйственной сфере производства. А если работа будет за 500 километров от вашего дома, вы сможете преодолеть это расстояние за 1 час и всего за 8 долларов, благодаря новой транспортной системе второго уровня. Все это может случиться мирным эволюционным путем, благодаря переходу в той технологический уклад, где технологии станут восполняемыми и экосодержащими, призванные служить человечеству и развитию планеты. Следующим шагом станет переход в седьмой технологический уклад, когда все вредные производства смогут вывести за пределы орбиты планеты Земля. Эти уникальные разработки Анатолия Эдуардовича Юницкого были освещены еще в 1988 году с 26 по 28 апреля в городе Гомеле на Всесоюзной конференции по безракетной индустриализации космоса. Быть этому или не быть, только будущее даст ответ. Каким оно будет, зависит от вас. Станьте частью растущего сообщества, готового менять мир к лучшему. Присоединяйтесь к нам, заполнив форму ниже, и помогите рассказать широким массам об этом проекте и возможности содействовать его реализации. Приветствую, дорогие друзья. Как меня видно, как меня слышно по десятибалльной шкале, поставьте десяточка хорошо, единичка не очень, пятерочка так себе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Полетели на Енибусе со скоростью 500 км в час. Рад видеть всех с разных городов, с разных стран,
И давайте я представлюсь. Меня зовут Андрей Ховратов. Я руководитель проекта SWIG, Skyway Invest Group, аббревиатура SWIG. Мы как-то привыкли, все говорят SWIG, но мы недавно тут перевели с английского. Оказывается, SWIG – это напиться большими глотками. И, в принципе, это и так, потому что кто начинает с нами сотрудничать, все эти люди начинают действительно хорошо зарабатывать, начинают много путешествовать, начинают исполнять свои мечты и желания. И одна из наших задач именно Skyway Invest Group – это создание профессиональной команды, которая будет продвигать проекты Skyway как вот сейчас корневую технологию, так и в будущем огромное количество проектов по всему миру. И одна из наших задач, которую мы ставим как Skyway Invest Group, SWIG, это стать крупным, самым крупным инвестором проекта Skyway. Именно как наш фонд, как объединение людей, которые хотят помочь реализации в проекте Skyway, в проекте струнных дорог, для того, чтобы мы быстрее начали ездить, быстрее, скажем, мы вывели эту технологию на уровень не просто каких-то небольших проектов на 5 или на 10 километров, но и даже таких национальных и межнациональных глобальных проектов. Ну и прежде чем начать, давайте мы с вами узнаем, кто у нас впервые на этой встрече, кто первый раз, вам нужно, вот я запускаю опрос, поставить, выделить вот какой раз и ответить. Давайте мы с вами все проголосуем. Кстати, вот одна из наших таких целей, таких среднесрочных, это создание онлайн-голосования. Такого все, оно нам необходимо для потребительского общества, которое одна из наших, скажем, компаний, некоммерческое потребительское общество. И так как много проектов, адресных проектов будут именно продвигаться через потребительскую кооперацию, и именно финансирование будет через потребительскую кооперацию, и мы сможем, скажем, нам необходимо будет онлайн-голосование в прямом эфире, потому что раз в 3 месяца, раз в полгода, раз в год мы будем собираться. А чтобы вы понимали, в потребительском обществе главным законодательным органом потребкооперации является собрание пайщиков. Кто еще не слушал наши видеозаписи с моим участием, с участием юридического нашего департамента, обязательно в личном кабинете, зарегистрируйтесь как партнер, примите все эти условия и сможете просмотреть ПО Евразия, просмотреть эти видео и больше узнать, что такое потребкооперация, потребительское общество Евразия. Дорогие друзья, благодарю. У нас почти 20% это новички. Это очень радует, очень радует. Обычно мы были на уровне 12-15%, сейчас смотрю почти 20%. Это очень радует, и я рад всех приветствовать. Значит, для того, чтобы, скажем так, не мешал чат ни мне, ни другим людям, слушателям, мы его отключим. Когда нужно будет, я буду просить нашу службу поддержки, чтобы она включала. У кого есть какие вопросы, мы обязательно с вами поговорим сегодня о вопросах и обязательно ответим на все вопросы. Итак, сегодня тема нашей встречи, моей встречи с инвесторами фонда – это как получить 100% прибыли на свои инвестиции уже сегодня, уже в этом месяце. Не ждать, пока месяц акции капитализируются, появляется доходность. А как уже сегодня, что нужно делать, одна из тем была. И вот давайте посмотрим эту тему. Какая она у нас третья по счету. То есть первое, мы с вами сейчас поговорим, изучим, что такое основа сохранения при умножении ваших средств. Второе – это 5 уровней инвесторов, и в чем отличие каждого из этих уровней. Это обязательно нужно знать, потому что
Я встречаюсь с партнерами. Если вы инвестор, еще не партнер, ну, может быть, вам тоже будет интересно, но в основном мне интересно встречаться с партнерами, которые, скажем, активно продвигают наш проект. И когда они встречаются с разным родом инвесторов и с некоторыми даже профессиональными инвесторами, они иногда, многие партнеры, не понимают, с какой категорией инвесторов он имеет дело. Поэтому сегодня мы с вами изучим. Вы каждый из вас себя поставит на место этого инвестора. Кстати, Николай, огромная просьба, создай, наверное, еще один опросник после темы «5 уровней инвесторов». Я задам вопрос и хотел бы, чтобы вы ответили. Кто к какому уровню себя относит инвестора? То есть там первый, второй, третий, четвертый, пятый, да? 5 уровней инвесторов. И второй опросник, к какому уровню стремится каждый из присутствующих. Многие задают мне часто вопрос. Третья тема, вернее, давайте пойдем по теме. Что делать, чтобы уже сегодня в СВИК получать доход более 100% в месяц на ваши инвестиции в Skyway? Четвертая, последние новости июля 2016 года. И подарки, и акции только для участников этой встречи. Но так получилось, что не только для участников. У нас мне сегодня уже скайп, как говорится, там сообщений, наверное, штук 50. Андрей, мы не успеваем на работе, либо Дальний Восток. А вот ну, не можем. Поэтому мы делаем для всех, кто просмотрит наше видео, то есть все участники встречи, в том числе, кто посмотрит в онлайне наше видео и, естественно, тоже сможет получить этот хороший подарок. Итак, дорогие друзья, с вами буду работать я, Андрей Ховратов, кто впервые со мной знаком. Я являюсь генеральным директором группы компании Skyway Invest Group. Когда-то это еще, только мы открывались, как была одна компания, и мы планировали быть одной компанией. Но так сложилось, что нам пришлось разрастаться. Сегодня у нас практически каждый месяц открывается одна-две компании, потому что мы растем. Вот в этом месяце у нас в Краснодаре открытая компания, в этом месяце у нас открывается в Казахстане компания, в этом месяце у нас уже открыта компания в Англии, Свик Консалтинг, на которой будет прием платежей. И вот мне Арман написал здесь последняя новость от Арманда, что прием готов, то есть мы сможем уже, кому удобно, будете оплачивать напрямую в Британии. Я являюсь крупным акционером Skyway, одним из крупных, то есть примерно таких около 10 человек крупных инвесторов Skyway. Я являюсь автором и создателем образовательного проекта Академии частного инвестора, я являюсь профессиональным инвестором, и сегодня как раз вы выясните, кто же такой профессиональный инвестор, финансовым консультантом, магистром по профессии менеджер сетевого бизнеса и мастером по реализации мечты. Сразу хочу сказать тем людям, которые сегодня присутствуют на встрече. Вот если вы не хотите коренных перемен в жизни в лучшую сторону, то, может быть, вам нужно уйти сегодня от этой встречи, потому что после обычно, когда со мной общаются люди, говорят следующее. Говорят, Андрей, для тебя все было так хорошо, спокойная жизнь. После общения с тобой начинаются бессонные ночи, понимая, что так, как ты живешь, уже жить не можешь, нужно жить по-новому, нужно жить еще более лучше, даже какие бы деньги ни зарабатывали, даже люди, которые обладают миллионным состоянием, после общения со мной у них начинается так называемый баланс, потому что вот есть люди, которые миллионеры, мультимиллионеры, и у них нет реального шанса стать миллиардерами. А наши возможности таковы, что человек, который хочет стать миллиардером и даже триллионером, мультимиллиардером и триллионером, он может стать в течение 5, максимум 15 лет, он может действительно создать капитал десятки и сотни миллиардов долларов. И эту возможность мы тоже предоставляем. То есть для разной категории людей. Для людей, которые хотели бы, может быть, поправить свое финансовое положение, для людей, которые хотели бы, может быть, начать зарабатывать там, в 2-3 раза больше, чем они сегодня зарабатывают, ну, там, допустим, 1000, 1500, 2000 долларов в месяц. Ну и также возможности мы даем для тех людей, которые не могут в традиционной системе бизнеса, инвестиционного бизнеса, традиционного классического бизнеса подняться выше. У нас такие возможности есть, эти возможности мы даем и всем эти возможности предлагаем. Другое дело, что не все понимают эти пока возможности,
И я поздравляю всех тех, кто сегодня уже присутствует на этой встрече, потому что для вас открывается вот такой вот шанс. Итак, давайте пойдем тогда по теме. Итак, основы сохранения и приумножения ваших средств, дорогие друзья. Вот если говорить об основах в общей сложности, вот есть у нас основы, это 8 основных правил частного инвестора. И я думаю, что все из вас, кто присутствует, а кто еще не изучил в личном кабинете, находится курс образовательный, подарком для всех, кто у нас поддерживает наш проект, кто говорит, да, я хочу поддержать проект. Он получает мой авторский курс 8 основных правил частного инвестора и 8 основных принципов успеха. Вот хочу вам сказать, дорогие друзья, что является вообще основой сохранения и приумножения средств. Это знания в первую очередь, не инструменты. Вот некоторые люди, они думают, что если они найдут какой-то инструмент, который даст им высокую доходность, особенно меня, вот, знаете, немножко я удивляюсь тем людям, которые говорят, Андрей, покажи мне, пожалуйста, вот пишут мне ВКонтакте, много друзья там добавляются, я всех добавляю, когда успеваю, вот, кому не успеваю ответить или кого не успел добавить, ну, простите, как только ВКонтакте захожу, время появляется, я всех добавляю. Даже не спрашиваю, с какой целью хочет человек добавиться. Его сразу пишут, вот там эксперт, профессиональный инвестор, ну дайте-ка там 2-3 инструмента, чтобы я мог получать там 12-15, а то и 20% в месяц. Мне смешно становится. Потому что на моей практике, дорогие друзья, были люди, которые инвестировали в одни и те же инструменты. Вот в одни и те же инструменты. Два человека. У одного идет доходность, а у второго идет убыток. Вот как такое может быть? Ну, можно сказать, ну, такое невозможно. Ну, вот я вам говорю, два одинаковых инструмента. У одного человека убыток, у второго человека доходность. Как так может быть? Я не понимаю. Не понимал. Но потом, когда я начал разговаривать с той категорией, я понял. Люди, которые имеют доходность, они всегда везде имеют доходность. Почему? Потому что они свое мышление выставили на уровень доходности и безрисковости. И они не боятся, если что, потерять деньги. Вот скажу вам сейчас основной закон в инвестировании. И я почему говорю про инвестирование, многие могут сказать, ну как я могу быть инвестором, если я там зарабатываю еле-еле, может быть, там 30 тысяч рублей, да? Или там 20 тысяч рублей, или, может быть, максимум 50 тысяч рублей, там, когда-либо человек зарабатывал в своей жизни. Как я могу быть инвестором? Но, дорогие друзья, за одну важную вещь. Если вы сегодня вышли из дома и потратили куда-то деньги, вы уже инвестор, только со знаком минус. А есть инвесторы, которые есть со знаком плюс. Однажды один из гуру и великих таких учителей финансовой инвестиционной грамотности, Роберт Киосаки, сказал такую классную вещь. Что есть две категории людей, у которых есть проблемы денег. Первая категория людей, у которых есть проблемы денег, это люди, у которых недостаток денег. А вторая категория, у которых есть проблемы денег, это избыток денег. И вот люди, у которых недостаток денег, их, конечно же, больше. Их порядка 90% сегодня на планете. И люди, у которых переизбыток денег, их порядка 10%. И отличие лишь только среди этих людей, только лишь в способе восприятие и мышление. У одного человека установки на доходность, на получение доходности, и в случае, если происходит убыток, предположим, убыток, да, то этот человек не отчаивается, он идет дальше. И вот запишите самый основной принцип в инвестировании, вот самый основной принцип, да, это установка следующая. Если у тебя есть 10 предложений, что, какие принципы у инвестора, профессионального инвестора? Если ты инвестируешь в 10, допустим, направлений, и если все 9 направлений уйдут в убыток, где ты потеряешь весь свой капитал, но 10-й инструмент или направление даст тебе такую доходность, которая покроет все твои предыдущие, да, ты, вот этот инвестор, он будет инвестировать. А что происходит с людьми, которые находятся в состоянии мышления бедных людей,
состояние мышления может быть людей, у которых установка идет на неудачи, на неуспех. Вот эти люди, они всегда боятся потерять эти деньги. Сейчас мы поговорим, почему это происходит, в следующем слайде. Но основные правила, вот эти правила, которые вы сейчас читаете, это 8 основных принципов. Это те правила, которые с любым банковским счетом, с любым положением вещей в вашей жизни, какие бы ни были, это могут быть положения очень доходные, плюсовые, или очень отрицательные. Но если человек, вот когда человек начинает применять все эти 8 правил, его жизнь очень круто начинает меняться. Вот очень круто начинает меняться. У этого человека начинает изменяться все. Изменяться финансовое положение, изменяться отношения жизненные, изменяться семейные отношения, отношения в бизнесе. Они все становятся положительными, не отрицательными, а положительными. Вот как 8 правил в частном инвестировании влияют даже там на философию человека, ну, может быть, кому-то непонятно, но что я хочу сказать, что деньги – это такой вот, мы живем в мире денег, и эти деньги являются таким самым большим учителем в жизни у нас. И если у тебя вдруг что-то происходит, что у тебя начинают деньги утекать, убегать, утекать как вода, да, убегать от тебя, то тогда получается, что тебя учит чему-то жизнь. Вот некоторые люди думают, что там раз там кто-то у него работник украл деньги, либо там еще кто-то, что-то произошло, что еще где-то там он потерял деньги. И он жалуется на экономику, может быть, жалуется на начальника, может быть, на партнера, может быть, еще на кого-то. Но вопрос не в человеке или в том, благодаря кому ты потерял, да, эти деньги, а в том, что ты что-то делал неправильно, поэтому деньги от тебя убежали. И вот здесь я приведу простой пример, чтобы вы понимали, с маленькой собачкой. Вот представьте себе, что у вас есть маленькая такая добрая собачка. И вот когда она добрая, когда вы ее кормите каждое утро или каждый вечер, или может быть два раза в день, вы ее кормите, вы ее, скажем, ухаживаете за ней. Вы представьте ситуацию, что вы неделю не кормили. Приходите домой, эта собачка маленькая превращается в такого вот, не знаю, там, ротвейлера, да, и готовая с вас полностью там, или кавказцы, готовая вас просто съесть, да. Вот то же самое происходит с деньгами. Если вы их не подкармливаете, если вы за ними не ухаживаете, а тут элементарно даже, вы знаете, как-то денежки выложите, как это, купюра к купюре должна быть. Либо пересчитывать, чтобы правильно. Вот в последнее время, когда банки выдают там деньги, иногда так, особенно в пачках смотришь. Вот раньше не было в советское время, когда Советский Союз разрушился, на протяжении всех 90-х годов ты в банк приходишь, там купюра к купюре. Почему Советский Союз и рос в свое время, и финансовое положение Советского Союза было достаточно сильное. Наверное, это тоже влияло каким-то образом. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас деньги водились, вам нужно, в первую очередь, отношение к деньгам выработать и отношение к финансам. К сожалению, я скажу сейчас философскую такую вещь, установка у многих людей, у 90% людей, это установка на бедность. И она происходит не потому, что у него на это установка, а потому, что мы получаем в средствах массовой информации, фильмы, любимые художественные фильмы, детские фильмы, которые влияют на наших детей и на нас с вами. На то, что вот три таких важных влияния установки, которые происходят средствами массовой информации, религиозными направлениями, фильмами, мультфильмами, ну и так далее, и так далее. Первое. Это вещают все, что деньги – это плохо. И у человека вырабатываются отношения, а вот если будет у меня много денег, не стану я ли плохим человеком. Вот у меня были такие мысли, скажу вам, примерно где-то в 32-33 года начал расти по личностному развитию, по финансовому развитию. Я вдруг осознал, что я в ближайшее время начну зарабатывать 10-15 тысяч долларов, а я тогда еле-еле зарабатывал там иногда 5 тысяч долларов. И у меня мысль такая в голове появилась. Блин, а вот я начну зарабатывать 10-15 тысяч долларов, а не стану ли я козлом? Не стану ли я плохим человеком? Не стану ли я мудаком, вот этим, которые все, вот, у которых много денег, да? Представляете, мысль такая, откуда она формируется? Она формируется от того, что мы получаем это влияние. То есть влияние, что деньги – это зло. Второе влияние, что все богатые – это мудаки, козлы, плохие люди и так далее, и так далее.
Это влияние идет через фильмы, через средства массовой информации, через даже мультфильмы и так далее. И это действительно серьезное влияние, что все богатые – это плохие. Если ты вдруг станешь богатым, ты станешь плохим. И третье влияние, очень серьезное, да, что быть бедным – это высокодуховно. То есть во многих фильмах даже говорят, там вот Спайдермен такой, вот Человек-паук, да, когда он говорил, а это же все дети любят этот мультфильм, что, особенно мальчики, да, что мы хоть и бедные, но зато честные. Да, то есть показывают, что ты бедный, зато ты честный. Да, но и быть бедным – это высокодуховно. И поэтому, дорогие друзья, вот лично я бы рекомендовал всем, если вы хотите сохранить, приумножить ваши средства, в первую очередь работать над этими установками. Здесь бы я порекомендовал очень слушать мою медитацию «Я денежный магнит». Да? Эта медитация, ну, она называется медитация, но это установка, больше установка под хорошую релаксационную музыку. Если вы будете слушать ее два раза в день, утром и вечером, то уже буквально через 21 день у вас начнутся коренные изменения, и к вам деньги начнут притягиваться, вы станете денежным магнитом. Я мог бы даже вам рассказать, почему это работает. Это не просто волшебные такие вещи, они работают, потому что там установки, которые в вашем мозге происходят каждые 20, скажем, каждые 28 дней идет деление клеток на физиологические существа человека. Энерго, наша клетка энергоинформационная такая, маленькая-маленькая под микроскопом. Она энергоинформационная такая вот клеточка. Каждые 28 дней она делится на две клетки. И вот если вы начинаете слушать мою медитацию «Денежный магнит», вы уже начинаете заряжаться денежным магнетизмом. И когда вы слушаете неделю, две, и через две недели уже идет формирование, эти клеточки начинают уже как бы пытаться делиться, и что через 21 день вообще выражены две клеточки, да, и потом через 28 дней они разделились. Старые отмерли, а новые родились. Поэтому, дорогие друзья, есть у нас уникальная возможность через 21 день, через 28 дней измениться полностью, то есть изменить свои установки. И вот здесь бы я порекомендовал вам первое работать вот над вашим таким вот философским изменением, а второе конкретно начать делать те действия, которые описываются в этих 8 основных правилах частного инвестора. Первое. Знать отличие, что такое финансовая независимость и финансовая свобода. Второе. Помнить о 5 заповедях частного инвестора. Третье. Выбрать свой финансовый план, то есть определить свой финансовый план. Четвертое. Не держать все яйца в одной корзине. Пятое. Соблюдать инвестиционную дисциплину. Это очень важнейший такой пункт. Пятый. Шестое. Жадность. Понимать, что жадность ведет к разорению. Седьмое. Всегда обучаться инвестированию. И восьмое. Всегда увеличивать свои инвестиционные отчисления, так называемые inwatch, инвестиционные отчисления. Вот запомните и запишите эти правила. Это инструкция к действию. Вот как только вы начнете делать, как только начнете слушать медитацию «Денежный магнит», вы увидите, какие коренные изменения у вас произойдут, и вы положите основу в сохранении и приумножении ваших средств. То есть вы положите основу в технологии инвестирования. Вот здесь многие люди иногда мне говорят: Андрей, у меня нет времени, мне, допустим, там уже 55 лет, или мне 60 лет, или молодые ребята говорят: Андрей, у меня нет времени, мне 22 года, 23 года, я хочу быстро, я хочу через год, я не хочу там в 40 лет там купить себе или в 50 хорошую машину, я хочу через 3 года купить себе машину. Дорогие друзья, вот здесь открою вам самый-самый-самый такой секрет. Вы знаете, для того, чтобы получить все, что вы хотите, и жить жизнью вашей мечты, вам вообще нужно от 3 до максимум 24 месяцев. От 3 до 24 месяцев. Через 3 месяца вы можете начать жить жизнью вашей мечты. Через 24 месяца вы можете начать жить жизнью вашей мечты. А более того, еще за 24 месяца вы можете заработать $1 000 000 еще. И быть полноправным миллионером. То есть, если вы можете через 3 месяца, 24 месяца жить жизнью вашей мечты и жизнью миллионера, то в течение 24 месяцев вы можете даже заработать 1 000 000. Только нужно выполнять определенные действия. То есть не просто мечтать, не просто желать, но еще выполнять определенные действия. Естественно, помните о своем финансовом развитии. И вот здесь я бы хотел сейчас перейти ко второму слайду. И у меня есть еще кое-что сказать. Это какие уровни инвесторы и в чем их отличие от каждого уровня. Во-первых, просмотрите сейчас сами, на каком уровне вы находитесь. Я сейчас расскажу о каждом из уровней. И потом важный момент еще, чтобы вы понимали, это еще
когда вы будете работать с людьми, вам необходимо понимать, какая категория инвестора сейчас перед вами стоит, какой уровень этого инвестора. Итак, смотрите, есть, скажем, под уровни два таких, минусовый инвестор и нулевой инвестор, и есть пять уровней, первый, второй, третий, четвертый, пятый. Итак, минусовый инвестор – это тот инвестор, который, вот их две категории есть. Тот, который всегда должен, вот есть категория людей, которая всегда занимает, потому что у них нет денег дожить до очередной зарплаты. И они всегда занимают. В свое время я даже видел таких людей, которые зарабатывали начало 90-х. Один из моих знакомых зарабатывал тогда там 80-100 тысяч долларов в месяц. Ну, дробные деньги – это по сегодняшним меркам примерно 10-15 миллионов долларов. В голове у человека вообще ничего не было. За счет связи и за счет админресурса у него капали такие деньги. И вот, это, представляете, вот даже были моменты, когда он мне звонил, говорил: Андрей, дай там 10 тысяч там перехватиться, а то у меня сейчас закончились, у меня сейчас сделка сделает, и тебе отдам. До смешного доходило. А есть категория людей, которые, ну, действительно не хватает денег, они мало зарабатывают, и действительно им не хватает денег. Есть категория людей. Вторая категория людей – это люди-банкроты. То есть вот если первая категория людей – минусовый инвестор, то очень срочно необходимо изучать 8 правил частного инвестора и особенно 5 заповедей частного инвестора. А если человек, ну скажем, это первая категория такая среди минусового инвестора, а вторая категория – это люди, которые, ну, вдруг стали банкроты. То есть они занимались предпринимательством, они решили расширить свой бизнес, они взяли кредиты в банке, и с ними произошли какие-то неприятные моменты, то ли с кризисом в экономике, то ли, может быть, они неправильно как-то повели себя, или, может быть, там партнерство оказалось, может быть, не очень такое, как бы, честное, и его каким-то образом, ну, оказался он в такой вот долговой яме, да. То есть это вторая категория людей, которые оказываются минусовыми инвесторами. Ничего страшного нет, как для первой, как для второй категории. Нужно начать изучать 8 правил частного инвестора, и максимум 2-3 года этот человек вылезет вот из этого состояния, а по-хорошему даже там через 3-5 месяцев уже начнутся совсем другие, скажем, отношения в этом всем. И приведу вам пример еще, что огромное количество людей, которые были минусовыми инвесторами, и имели, может быть, банкротство, имели долговые обязательства, благодаря технологиям сосредоточенности и выполнением некоторых правил инвестирования, они очень быстро выходили из ситуации, очень быстро. И даже, когда они выходили, уже зарабатывали гораздо-гораздо больше, и их уровень жизни был гораздо больше. Таких примеров очень много, огромное количество. Я сейчас не буду. Переходим ко второму уровню, это нулевой инвестор. Это человек, который, может быть, видел пример, как его знакомый родственник попал в долг, а вот сегодня много попадает в долг, даже там квартиру купили, вот и потерял, и платить нечем, но эту квартиру забирают, там машину забирают, или еще там что-то, эти судебные приставы бегают как ненормальные. Ну, бывает такая ситуация, сейчас она сплошь и рядом, везде, во всем мире, особенно вот в странах СНГ, когда направо и налево раздают кредиты, люди не знают, что они подписывают, а потом неприятная ситуация случается. И вот посмотрел кто-то и говорит: не, я ни у кого не занимаю, ни у кого не беру долг. Это очень плохая позиция, скажу вам сразу, потому что всегда нужно... Почему такой человек говорит? Он не хочет образовываться, не хочет получать знания, которые позволят ему выйти на более другой уровень и стать, ну, цель постоянным, опытным или профессиональным инвестором. Синенький выделил, да? Это постоянный, опытный или профессиональный инвестор. Вот если человек становится постоянным, опытным или профессиональным инвестором, у него активы только начинают расти. И вот есть фраза, которую запишите, это очень важная фраза. Бедный средний класс... Они, к сожалению, работают на деньги. А богатые люди, они работают на активы. Вот если человек начинает получать знания, более того, хочу вам сказать, для того, чтобы научиться инвестированию, для того, чтобы научиться правильному инвестированию, чтобы твои активы росли из года в год, вообще денег не нужно вкладывать вот в инструмент. Я по большому счету вам хочу сказать, что если у человека есть, он оплачивает за знания, за обучение, он может начать создавать инструменты из так называемых виртуальных инструментов. И я, когда мы обучаем в Академии частного инвестора, и вот сейчас сентября месяца, я думаю, в конце сентября у нас опять пойдет курс, только уже под эгидой Skyway Invest Group,
где мы будем давать очень интересные курсы по сохранению и приумножению ваших средств, чтобы вы были грамотными людьми, и в плане инвестиционной грамотности. И вот мы даем задание человеку, что говорим, представь себе, что у тебя есть 100 тысяч долларов, и тебе нужно создать один портфель на 100 тысяч долларов в финансовых инструментах, а второй портфель на миллион долларов. Представь себе, да? И ты начинаешь изучать объекты, инструменты, сегменты рынка, куда что нужно проинвестировать, и начинаешь каждый месяц смотреть за своими инструментами и записывать в таблицах портфеля, да, в созданных портфелях. Таким образом, человек может уже учиться даже без миллиона долларов. И здесь есть очень важная фраза, чтобы вы понимали, дорогие друзья, что деньги теряются одинаково, как 10 долларов, так и миллион долларов. И точно так же приумножаются деньги по одному же принципу, как 10 долларов, так и миллион долларов. И точно так же деньги приумножаются, как виртуальные твои миллион долларов, как и реальные твои миллион долларов. Теряются они точно так же, как виртуальные миллион долларов, так и реальные миллион долларов. Или там 100 долларов, или 1000 долларов. Поэтому почему бы не начать изучать это в течение первого года на виртуальных твоих деньгах, представить, что у тебя есть 100 тысяч долларов, представить, что у тебя есть миллион, и начинать двигаться в этом направлении. И вот человек, который находится в состоянии нулевого инвестора, к сожалению, да, дорогие друзья, скажу вам, эти люди рано или поздно все равно переходят в класс бедного человека, то есть я имею в виду в финансовом потоке. Я не буду сейчас показывать, какие финансовые потоки бедного, среднего класса. Это уже и Роберт Киосаки говорил, и многие спикеры. И у нас вот в правилах инвестора, кто будет изучать или изучали, там были эти потоки, да, бедного класса, среднего и финансовые потоки, и богатого класса. Так вот, человеку нужно перейти, даже если он зарабатывает сегодня 300 долларов, финансовый поток богатого класса, богатого человека. Если он начинает жить в финансовом потоке богатого человека, даже с доходом в 300 долларов или 500 долларов, он уже становится богатым, поймите, он живет в финансовом потоке богатого класса. И вот, что я рекомендую бизнесовым нулевым инвесторам, это хотя бы изучать те образовательные программы, которые есть у нас в открытом доступе. Ну, то есть для всех людей, которые зарегистрируются и поддержат наш проект. И вот человек, который все-таки изучил 8 правил частного инвестора, либо у какого-то другого спикера, там, тренера по финансовому развитию, понял, что да, нужно заниматься инвестированием, потому что сохраненный сегодняшний там, рубль через 30 лет может дать там 110 тысяч рублей. Да? Значит, нужно учиться сохранять, приумножать. И вот здесь, дорогие друзья, есть маленькая-маленькая ошибочка такая, которой многие люди говорят. Вот я зарабатывал большие деньги, а вот не мог распоряжаться ими, не мог сохранять, приумножить, поэтому я был глупый, поэтому я неправильно делал, поэтому я сейчас изучаю только, как сохранять, приумножать. Вот это тоже неправильно, одновременно это все нужно делать. И одна из задач – чтобы вы одновременно и учились больше зарабатывать, и одновременно, чтобы вы изучились правильно распоряжаться своими финансами. И вот люди, когда становятся начинающими инвесторами, многие, а зачастую, которые вообще не понимают, что такое инвестирование, когда видят у меня 8 метров среднемесячная такая вот доходность, которая может быть, люди сразу же начинают почему-то попадать, и самое интересное, занимать деньги и вкладывать, какие клинические схемы, финансовые пирамиды и так далее, и так далее. Дорогие друзья, одна из главных целей была создание Академии частного инвестора, и потом вот материал перешел в Skyway Invest Group, чтобы рассказать и показать, и чтобы вы научились распознавать, что же такое финансовые пирамиды и что такое жульнические схемы. И ну, так называемые понзи, это пирамиды, скамы, это жулики, да, там, мошенники. И чтобы отличать от нормальных инвестиционных направлений. Вот это главная задача, которую мы ставим, и у нас юридический отдел по этому поводу тоже часто проводит обучение и рассказы. И вот начинающим инвесторам я бы рекомендовал следующее, дорогие друзья, переходить в разряд постоянного инвестора и не задерживаться на состоянии умного инвестора. Почему я выделил серым таким вот умным инвестором, дорогие друзья? Потому что умный инвестор делится на три категории. Вот начинающий инвестор, когда дальше идет расти или начинает заниматься инвестированием, он обязательно попадает в умные инвесторы. И одна из задач – не задерживаться, то есть быстро проходить этот уровень, второй уровень на состояние постоянного инвестора. Так вот, умный инвестор делится на три категории. Это умники,
это спекулянты, это долгосрочные инвесторы. И вот среди них могут быть так называемые профессиональные инвесторы. Ну, как может быть среди умников профессиональный инвестор? Но обыкновенно он умник среди, допустим, того, как инвестировать в всякие жульнические пирамиды, и как правильно там, или пирамиды, или жульнические схемы, и как правильно инвестировать, чтобы ты всегда зарабатывал. То есть они знают, что нужно прийти в новую созданную компанию, быстренько положить денег и максимум там через 3 месяца их вывести, да, в зависимости от стратегии. То есть они умными становятся и профессиональными, как в жульнических схемах зарабатывать. Но это ничем не отличается от того, как изучить этого, как называется, Остапа Бендера, да, или Золотой теленок, там тоже очень много схем интересных, как обуть кого. Да. Дальше умники бывают среди разных направлений, то есть они могут быть в фондовом рынке, они могут быть, есть профессионалы, я тоже называю их, которые знают, как вывести компанию на фондовый рынок, как эту компанию, скажем, саму компанию опустить и на этом много заработать, да, и что для этого нужно делать, то есть такие умники тоже бывают. Но, скажем так, умники, они не поднимаются выше, и они работают в сегменте, в некоторых сегментах, может быть, 2-3 сегмента, но связанных в одном направлении. Например, если это фондовый рынок, как вывести компанию на фондовый рынок, и как на этой компании быстренько заработать и слить акции. Ну, к примеру, вот приведу простой пример такой, как вот умники, профессиональные умники вывели компанию Facebook, когда-то на рынок за $35, потом опустились акции на $25, то есть они сначала начали расти, потом они опустились на $25, а сегодня акция Facebook, если не ошибаюсь, что-то под $100 стоит. Да? То есть вот умники эти, они все делают вот таким образом, чтобы как можно больше заработать. Но вот эти умники постепенно переходят в разряд спекулянтов. Вот кто такие спекулянты? Спекулятивная торговля сегодня на рынке существует как на рынке Форекс, как на фондовом рынке. И вот эти спекулянты, они могут быть суперпрофессионалами какого-то направления торговли, либо по техническому анализу, либо по фундаментальному анализу, либо там еще по какому-либо анализу, да, но они могут быть спекулянтами, профессиональными спекулянтами. Это называется спекулятивная торговля, они узаконенные, тут ничего такого нету. Но я всегда спекулятивную торговлю на фондовом рынке или на валютном рынке приравниваю, и не только на рынке. Вот есть еще спекулятивная торговля, я знаю, там один из моих учеников когда-то учился, а потом он создал курс там «Инвестируй в золото». Когда я посмотрел этот курс и послушал, он бесплатный был. Потом он начал продавать его, но я посмотрел, в чем он спекулятивная торговля, что ты покупай у народа золото, очищай его, и потом выставляй в магазин продавать, да, ну, чуть ли не второй ломбард. Да, и таким образом ты делаешь деньги. Здесь же опять же спекулятив идет. Либо есть инвестор, который говорит, я инвестор там, с 15-летним стажем, а он занимается чем? Инвестированием в недвижимость. То есть он ищет возможности, как продать, как купить недвижимость подешевле, и потом ее через полгода продать подороже, и на этом заработать. Но это спекулянт. Разницы нет на фондовом рынке, на валютном рынке, или на рынке недвижимости, или, может быть, на каких-то других рынках, но у него спекулятивный склад ума. То есть он, как бизнесмен, думает о том, как купить подешевле, а продать подороже. Единственное, сегмент рынка взял, к примеру, недвижимость. Но это не инвестор. Инвестор не так мыслит. У инвестора мысли совсем другие. Инвестор профессиональный и опытный инвестор. Он думает о том, как та копейка или рубль, или доллар, или евро, или фунт, инвестированный сегодня, может вырасти за 10 лет, ну как минимум, допустим, в 100 фунтов, в 100 рублей. $100, или вообще, если человек вообще мыслит, да, что как я могу проинвестировать 100 рублей сегодня, эти 100 рублей через 10 лет превратятся в $1000. Да, вот. То есть мышление инвестора, оно именно таковое. Но инвестор не думает о том, что я сейчас куплю какой-то инструмент, завтра его продам и заработаю вот столько. Так думает спекулянт. То есть он тоже инвестор, но инвестор-спекулянт. Почему? Потому что он на инвестиционном рынке работает. И поэтому он всегда говорит, что да, я профессиональный инвестор. Он даже может быть именитым инвестором. Он даже может быть инвестором
не знаю, там, известным в банковском секторе, он торгует в каких-то банках и создает какие-то портфели для этих банков, но это спекулятивные портфели. Есть еще другая категория спекулятивных вот, инвесторов фондового рынка, которые, скажем, понимают, что сейчас вышли какие-то фундаментальные новости или выйдут, и он сегодня звонит и предлагает так называемым брокерам, да, купить акции каких компаний, заработаете, вы сбросите эти акции, да, и все, на этом заработаете. Ну, заработал, а что дальше, да? То есть, если ты хочешь зарабатывать, так тогда, ну, может быть, стоит открыть магазин один или второй, или, может быть, вообще тележку с мороженым купить и продавать мороженое. Ну, это тот же заработок, практически тот же заработок. Но только там, в этом инвестиционном рынке, они так называемые голубые воротнички, они так называемые менеджеры инвестиционного рынка. Но это спекулятивные, скажем, философии. И вот, дорогие друзья, долгосрочный инвестор среди умных инвесторов – это инвесторы, которые сосредоточены на долгосрочной инвестиции. И вот мозг запудрили, к сожалению, ну или к счастью, огромное количество страховых агентов, которые работают по лайф-страхованию. С одной стороны, это классная вещь. С одной стороны, я считаю, что да, здорово, это классно. Но они запудрили мозг этим людям, так называемым консультантам инвестиционным или финансовым консультантам каких-либо страховых компаний, что инвестиция должна быть долгосрочна, нужно думать о поколении, там, застраховать своего ребенка, застраховать своего там, родственника, застраховать или сделать вклад пенсионный вот в это пенсионное накопление. И здесь, дорогие друзья, с одной стороны, это почему говорю хорошо, потому что огромная армия сегодня есть страховых агентов, огромнейшая армия. А так как страховой бизнес сегодня немножко сыплется, то вот эта категория людей может прийти к нам в бизнес, потому что действительно у них мышление долгосрочных инвесторов, что сегодня более правильное инвестиционное мышление, что они думают о том, как твой доллар может вырасти за определенное количество времени. Единственное, что во многих головах страховых агентов, вот этих вот финансовых консультантов, это то, что не может такого быть, чтобы за 3 года там, вот если у них за 3 года идет увеличение 100%, то есть это вот это высокорисковые какие-то направления. Вот нормально, это когда за 10 лет на 30-40% твои активы выросли. Ну, то есть лапшу такую навешали, а кто навешал? Естественно, страховые компании. Почему? Потому что все эти страховые компании, и они берут у нас с вами деньги. Они рассказывают, что они ложат их в пенсионные программы, либо там еще какие-то страховые накопления, да? На самом деле зарабатывают по 100-300% годового дохода, а нам с вами платят там, ну, как говорится, шиш на постном масле, грубо говоря, да? То есть копеечки, то есть, ну, представьте, за 10 лет 30-40% заработать. И говорят, это же хорошо. Вот ты видишь, ты 10 тысяч долларов по 1000 каждый год отложил, а через 10 лет получил 13 тысяч долларов. Да через 10 лет, вот если взять 13 тысяч долларов 10 лет назад и 13 тысяч долларов сегодня, это две большие разницы. Но тем не менее, а если посмотреть 30 лет, когда пенсионеры были, да? И вот здесь вот нужно понимать, что вот эти инвесторы должны, то есть это правильное мышление, долгосрочное мышление, но нужно понимать следующее, что реальная инфляция и 8 правил частного инвестора, когда вы изучите урок, сейчас скажу, какой урок, всегда обучайся инвестированию, там есть сравнение за 40 лет или за 30, да, за 40 лет, насколько реальная инфляция у нас произошла. Так вот, чтобы вы понимали, реальная инфляция за последние 40 лет в среднем это 120% годового дохода. Не 8, не 10, не 12, как нам рассказывают государства всех стран, что там Америка инфляция на уровне 4-5%. Да лапша это все на уши. Возьмите 40-летний 1 доллар, что можно было купить 40 лет назад за 1 доллар в той же Америке, и что такое сегодня 1 доллар? Да это ничего. И вот эта лапша, которая вешается финансовыми институтами, финансовыми учреждениями, в том числе и страховыми компаниями, потому что они являются, входят в крупные финансовые группы, а они подготавливают финансовых консультантов, которые должны вот вешать такую лапшу огромному количеству людей, что это здорово, когда за 10 лет на 30-40%, а вот за 30 лет тогда на 100%. Да, вот ты инвестировал за 30 лет, к примеру, 100 тысяч долларов, откладывая там постепенно, а вышел на пенсию, у тебя уже 200 тысяч долларов, да, через 30 лет.
до реальных 120%, дорогие друзья. Поэтому долгосрочный инвестор должен научиться стать постоянным инвестором. Постоянный инвестор, кто такой, вот если мы переходим из умных инвесторов, кто такой постоянный инвестор? Это тот человек, постоянный инвестор, который разбирается во всех инвестиционных направлениях. Он с легкостью может определить, скажем так, инвестиционные предложения, сколько в эти предложения инвестиционные он мог бы, скажем так, проинвестировать в процентном соотношении. В один инструмент, вот мне когда-то задавали вопрос, Андрей, а вот эта вот пирамида, это хорошо или плохо? Да, ну, известнейшая пирамида 94 года и 2011 года, да? А вот это же инвестиционное направление, да? Они мне задавали, как ты, профессиональный инвестор, к этому относишься? Вот я к этому отношусь, ну, сразу, к любым пирамидам и жуликам, как к лотерее. Все равно, что лотерею купил, выиграл или не выиграл. Хотя, по большому счету, куда бы я ни вкладывал, да, хотя не считаю, что это вкладом, это была покупка лотереи. Я везде выигрывал, скажем так, да. Но кто-то проигрывал в это время. То есть я выигрывал, а кто-то проигрывал. Это неправильная технология. А правильная технология, когда все выигрывают. Когда мы вкладываем, и все выигрывают. Вот буквально все. А для того, чтобы все выигрывали, значит, должны быть реальные инвестиции в реальный сектор экономики, не спекулятивный, где происходит спекулятивном, вот еще хочу сказать, спекулятивном рынке происходит следующее, что вот есть миллион человек. Вот чтобы ты заработал миллион долларов, значит, все должны, миллион человек, кроме тебя одного, должны потерять по одному доллару. И тогда ты заработаешь миллион долларов. Ну, там еще минус комиссии, минус еще тогда. Итого, значит, 1 100 000 человек должно потерять по одному доллару, значит, ты заработаешь миллион долларов. А 100 тысяч пойдет на все эти, ну, скажем, комиссии разных брокеров, брокерских компаний, бирж и так далее, и так далее. Так вот, дорогие друзья, постоянный инвестор, он с легкостью может, может быть, не так с легкостью, как опытный инвестор, но он с легкостью может отличить любые инвестиционные направления, и при этом, дорогие друзья, этот человек может понимать, сколько из своего капитала он позволит инвестировать в этот сегмент рынка. И вот хочу вам сказать сразу, что огромные все компании мировые, мировые компании инвестиционные, фондового рынка, рынка недвижимости, спекулятивного рынка ценных бумаг и валютные рынки. Они ищут людей, вот этих постоянных инвесторов. Однажды, когда я открыл Академию частного инвестора, я ставил с одной из целей, чтобы мы, Академия, подготавливали вот этих постоянных инвесторов. Люди, которые могли бы с легкостью распознавать любые инвестиционные направления и понимать, сколько нужно инвестировать в любое инвестиционное направление. И нам это удалось. Я считаю, что здорово удалось, потому что когда мы делали тест, те клиенты, которые у нас были тогда, то есть категория людей, которые, большая категория людей, там больше 80%, которые разбирались в инвестиционных направлениях и понимали, где какие инструменты, и с легкостью отличали жуликов и пирамиды от нормальных инвестиционных. И именно поэтому, когда в Академии частного инвестора я познакомился с Анатолием Дайровичем Ницким, он выступил перед моей аудиторией, потом была рассылка, огромное количество людей поддержали технологию SkyWay и пришли именно с Академии частного инвестора как уже опытные, постоянные, вернее, инвесторы, зная, сколько они инвестируют в эту технологию. И вот, дорогие друзья, если говорить о четвертом уровне инвесторов, то кто же такой четвертый уровень инвесторов? Это постоянный инвестор, но более с расширенными пониманиями. То есть если постоянный инвестор, он думает только о том, как проинвестировать и получить определенную доходность или увеличение своего капитала, да, то есть капитала за определенное количество времени. То есть он где-то зарабатывает, он инвестирует и таким образом создает активы, которые начинают расти. Там раз в 3 года, допустим, 100% происходит, либо через 5 лет 100% происходит роста. Я вот, кстати, не сказал по долгосрочному инвестору, да, чтобы вы понимали. Ориентироваться нужно на то, чтобы по-хорошему у тебя 100% роста было по твоим активам вообще. А если ты достиг до того, что у тебя 100% в среднем идет рост по твоим активам, то это вообще просто здорово. Как это происходит? Изучите 8 правил частного инвестора. Еще раз, кто не изучал, а кто изучил, вернее, кто не изучал, изучите, а кто изучал, еще раз там посмотрите, что такое среднестатистический доход.
И вот опытный инвестор уже понимает, чтобы еще больше создать и быстрее активы, значит, я могу быть представителем, я могу быть партнером, я могу быть агентом какой-либо компании, я могу быть консультантом и предлагать людям еще инвестировать в разные сегменты рынка. Таким образом, я не только становлюсь как постоянный инвестор, который понимает все инструменты, но я уже становлюсь еще консультантом, который помогает другим людям определиться с определенным направлением. И благодаря тому, что человек инвестирует куда-либо, а я являюсь агентом какого-либо направления, я получаю, естественно, доходность. И таким образом я могу еще больше увеличить, скажем, свой портфель и увеличить, свои возможности инвестиционные и быстрее прийти к тому инвестиционному плану, который я выбрал. Вот это одна из главных отличительных особенностей опытного инвестора от постоянного инвестора. И вот тут огромное количество людей, обычно, которые начинают инвестировать, потом они изучают, проходят вот такой путь. И практически я еще не знаю ни одного инвестора, который стал бы постоянным инвестором и не перешел бы в разряд опытного инвестора. То есть у меня были даже достаточно такие знакомые сегодня есть, которые являются, работают в разных направлениях бизнеса, у них хорошие бизнесы, они инвестируют везде там, в разные направления, но еще они рекомендуют инвестировать там, в Skyway, инвестировать в те инструменты, с которыми они активно работают, и получать за это еще дополнительные вознаграждения и получать за это вознаграждение, которое они увеличивают для того, чтобы купить еще больше инструментов. Я вспоминаю, когда приходили люди, инвестировали достаточно большие деньги, а потом говорят, слушай, это если я приведу знакомого, он инвестирует столько же, это я что, получу 15%? Я говорю, да, ух ты, офигеть, слушай, а вот той компании там даже 0,5% не платили мне, когда я знакомого приводил. Я говорю, ну видишь, сколько мы платим. Он говорит, я на эти деньги могу купить еще акции. Я говорю, да, более того, если ты приведешь человека, он приобретет, ты получишь еще акции. Он говорит, да ты что, блин, то у меня еще акций будет больше. Да, эти люди, тот доход, который у них есть здесь, да, он тратил на покупку акций, хотя я противник этого, то есть человек должен все равно 50% этих денег, скажем, потратить на не более 50% там на инструмент, в котором он работает, да, а 50% он должен потратить на себя, то есть это основная задача. Поэтому, дорогие друзья, мы как Skyway Invest Group, мы создаем не только постоянных инвесторов, мы создаем опытных инвесторов, которые, мы хотим, чтобы эти инвесторы были квалифицированы, чтобы они могли понимать разные направления инвестиционные, которые есть в мире вообще, понимать, какие инструменты, что могут давать. Естественно, благодаря тому, что они работают с потенциальными клиентами и приводят их к нам, они, естественно, могут получать определенный процент и таким образом еще быстрее начать зарабатывать там, не по, скажем, 100% за 3 года или там, 100% за 5 лет, а может быть 100% каждый месяц. И вот следующая моя тема будет, это как, благодаря чему вы можете зарабатывать здесь и зарабатывать, получать доход на свои инвестиции 100%, более 100% в месяц. И вот если говорить о профессиональном инвесторе, дорогие друзья, то кто такие профессиональные инвесторы? Профессиональные инвесторы – это инвесторы, которые, да и опытные в том числе, они уже практически их деньги не теряются, потому что они таким образом раскладывают свои инвестиции, что если вдруг произойдет даже всемирный коллапс, то их инвестиции, которые есть, они все равно вырастут и вырастут многократно. Вот в этом есть отличие профессионального инвестора от любого категории инвестора. Еще в чем отличие профессионального инвестора от опытного инвестора, и от постоянного инвестора, и от умного инвестора, это состоит в том, что профессиональный инвестор, он практически владеет знаниями и опытом в любых рынках. То есть, если говорить о многих наших профессиональных инвесторов, которые мы подготавливаем, и в данном случае обо мне, то я хочу сказать, что все 22 сегмента рынка, которые есть инвестиционных, практически на всех, только вот на трех сегментах, которые я не инвестировал средства. Но в разные направления, которые есть на инвестиционном рынке, лично я инвестировал, и я знаю определенную технологию,
получения доходности или роста капитала в каждом сегменте рынка. Вот в этом заключается профессиональность инвестора и профессиональный инвестор. Непрофессиональный инвестор где-то на одном фондовом рынке, да, он может быть профессиональным в каком-то сегменте, но он может вообще не рубить в недвижимости, он может вообще не понимать, а что такое, допустим, паевые инвестиционные фонды, а что такое, допустим, там, коллективные там, компании по управлению активом, КОА, допустим, да, а что такое инвестирование, там, допустим, в недвижимость с доходностью 100% в месяц. Он вообще может, а даже есть те, которые инвестируют в недвижимость спекулятивную, и он профессионал в этом, да, он может не понимать, а что такое получать по недвижимости 100% в месяц. И при этом покупая, может быть, эту недвижимость. Да? То есть эти люди этих вещей не понимают. Точно так же инвестиции, которые, скажем, человек делает в разные направления, он, по крайней мере, понимает и знает, на каком направлении, где можно сколько получить прирост капитала и за счет чего этот прирост происходит. Вот это и есть категория профессиональных инвесторов. И я, скажем так, очень сильно жажду и желаю, чтобы все наши партнеры, которые будут подходить к статусу, скажем так, топ-менеджера, лидер-менеджера, президента, который у нас есть статусы, чтобы эти люди действительно становились профессиональными инвесторами. И вот тут, дорогие друзья, есть очень интересный такой момент, который бы мне хотелось вам сказать, что профессиональный инвестор и профессиональный сетевик, их мышление практически одинаково. Вот профессиональный сетевик может стать профессиональным инвестором. Профессиональный инвестор может стать профессиональным сетевиком. И поэтому, если вы хотите стать президентом, то вам необходимо те навыки оттачивать, которые мы предлагаем, чтобы стать президентом Skyway Invest Group, да, и вы станете профессиональным инвестором. Вы точно так же будете понимать во многих вопросах, потому что принципы приумножения, они практически одинаковые, как в профессиональном сетевом росте, точно так же в профессиональном росте инвестиций. Вот это я хотел бы вам донести, и сейчас я сделаю опрос. К какому категории инвестора вы себя относите? Сейчас вот так вот, наверное, поставлю, чтобы вы видели, да, запускаю опрос, давайте быстренько ответим. Первый – это начинающий, второй – это умный, третий – постоянный, четвертый – опытный, пятый – профессиональный. Да? Мы не берем там нулевой, минусовый. Видите, у нас 5 человек. То есть у нас огромное количество, 60%. 61, 60 – это люди, которые начинающие инвесторы. Почти 14% – это умные инвесторы. 19% у нас постоянные инвесторы. Очень радостно. Я этому очень рад. Почти 4% – это инвесторы. И 2% это профессиональные инвесторы. Благодарю, дорогие друзья. Я останавливаю опрос. И давайте теперь ответим на второй опросник, который у нас есть, да? Ты. Ой, Николай, я что-то с видео свое куда-то дел. Можешь его обратно поставить? Или это я у себя должен поставить? А то нажал. А, все, есть. Благодарю. Так, давайте второй ответим. Это в какую уровню инвестора вы стремитесь? Давайте вот ответим, к какому уровню инвестора вы стремитесь. Угу. Есть люди, которые вот 2-3%, да, это к которому... начинающим инвесторам. Угу.
почти 30% у нас к опытному и к профессиональному, почти 50%. Дорогие друзья, но я очень рад. Я очень рад, тогда я вам рекомендую. Вы, значит, вы находитесь там, где вообще вам нужно быть, потому что, дорогие друзья, вы имеете просто невероятные выгоды. И эти выгоды, я вам хочу сказать, вот в полной мере вы получите вот еще максимум, может быть, до конца октября. Потому что те АИПы, которые сегодня наполнены у нас профессиональными там курсами, особенно вот АИП-9, АИП-10, да, дорогие друзья, это АИПы, которые позволяют вам действительно выработать мышление профессионального и опытного инвестора. И если вы выработали в себе это мышление, то вопрос того, когда у вас будет актив 1 миллион долларов, это вопрос вообще, ну скажем, даже ни одного, ни двух лет, а гораздо меньше. Ну вот почти 50%, я смотрю, все видят. Хорошо, дорогие друзья. Я прекращаю, давайте пойдемте дальше. Дальше очень серьезная тема. Это что делать, чтобы уже сегодня в Skyway Invest Group получать доход более 100% в месяц на ваши инвестиции в Skyway. У вас есть два пути. Первое. Быть как инвестор и как долгосрочный инвестор, ждать, когда произойдет капитализация компании. То есть это тот путь, который, ну скажем, если потом в среднем разделить, там действительно будет больше 100% в месяц. Но давайте сейчас говорить о том, как начать получать уже на свои инвестиции сейчас, да, то есть в течение первого месяца вашего движения в Skyway Invest Group. И вот давайте мы с вами посмотрим вот эту табличку, называется «Быстрый старт партнера Skyway Invest Group». То есть давайте представим себе, что вот при быстром старте, что может произойти? У вас может быть в первом уровне 5 партнеров, а при более такой активной работе у вас может быть даже более 10 партнеров. У нас такие случаи были, даже больше 15 партнеров. У нас есть молодые ребята, которые прошли сейчас обучение, в первый месяц заработали более 1500 долларов, более 2000 долларов в первый месяц, да? И это только за лично привлеченных. Во втором уровне у вас может быть 10 партнеров при правильной работе, в третьем уровне 15 партнеров. Это всего 30 партнеров. То есть если вы делаете инвестиции в 150 долларов, то у вас объем первого уровня, потому что все люди вас повторяют, они делают практически такие же инвестиции, как и вы, то ваша доходность в первый же месяц может быть 100%. Почему? Потому что вы заработаете 300 юнитов. 300 юнитов сегодня это в рублях получается где-то 18 тысяч рублей. Ну, в долларах это 300 долларов, скажем так. Да? Если, когда вы инвестируете 300 долларов, и вся ваша структура инвестирует 300 долларов, во-первых, ваши доходы меняются, но, соответственно, а доходность по работе первого месяца остается на уровне 120%. Могут быть даже моменты, вот приведу, у нас есть опять же молодые ребята, вот и Антон Собор, и, которые вот недавно только прошли обучение, и Чифранов Станислав, которые инвестировали 150 долларов в первый месяц, а уже в первый месяц заработали 1900 долларов. То есть, представляете, да, это, можно так сказать, 1000% за один месяц, это даже не 100%, это 1000% на вложенный свой капитал. То есть, а это нужно рассматривать как капитал, потому что инвестиция в обучение, ее нужно рассматривать не как инвестиция в инструмент, а как инвестиция в обучение, но благодаря чему ты еще получаешь и определенное количество акций. И вот определенное количество акций, давайте посмотрим в следующий слайд, который, вот, допустим, вы на 300 долларов, вся ваша структура тоже на 300 долларов, вы получите 11437 акций Skyway. То есть ни много ни мало, если разделить на 15 месяцев, ежемесячный прирост происходит на 500% в месяц. То есть ни много ни мало, это хорошие проценты. Когда вы 500 долларов проинвестировали, я не считаю ваши акции, которые вы купили, да, то есть ваши акции – это ваш финансовый инструмент. А здесь, благодаря инвестициям в образование, считайте, что эти деньги, они были инвестированы в образование. Вы получили технологию работы в бизнесе, благодаря которому вы заработали и деньги, и определенное количество акций. Потому что вам за работу, когда человек, которого вы рекомендуете сделать инвестицию в образовательные инвестиционные программы,
вы имеете возможность получить определенное количество акций SkyWay за то, что он приобрел какое-то количество акций. И тогда, если, когда вы $500 проинвестировали, вы получаете 630% в месяц, то есть это не получаете, а прирост капитала, да, вот через 15, за 15 месяцев мы считаем. А если это произойдет за 12 месяцев, это еще больше процент будет, за 24 месяца это будет меньше процент. Ну, мы берем средний 15 месяцев, потому что мы планируем, что технология, мы представим технологию, это лето, осень 2018 года. $1000, значит, вы получаете 147 миллионов акций, а их номинальная стоимость $1. Именно по этой цене планируется, когда выйдет компания на рынок, именно эта цена будет номинальной ценой акции, где другие компании, либо другие инвесторы могут купить только по $1 акцию. То есть ваш прирост будет 976%. И когда вы инвестируете 3500, то есть вы можете в статусе вырасти, то есть благодаря тому, что вот смотрим здесь 3500, вы становитесь лидером-менеджером за первый месяц, и 120% вы зарабатываете живыми деньгами, и плюс прирост капитала в среднем может составить 1900% в месяц. То есть я бы хотел, чтобы вы посмотрели на вот эти доходы как акциями, так и деньгами, с позиции инвестиционной привлекательности. Не с позиции того, сколько вы заработаете, да, как бизнесмен, купил дешевле, продал дороже, а с позиции инвестиционной привлекательности ваших вкладов, которые вы делаете. То есть это, вот первое, давайте посмотрим, да, это 120%, это на ваши деньги, которые вы проинвестировали, вы получили такую доходность. А вот вторая картинка вот сейчас, это инвестиционная привлекательность вашей работы, то есть что произойдет с вашей работой, которую вы сделали в течение первого месяца. Я не беру второй месяц, я не беру третий месяц, который может быть еще больше. То есть мало того, что вы за первый месяц заработали 1,5 миллиона акций, которые через 15 месяцев могут оцениваться в миллион долларов. А если вы второй месяц заработали 1 миллион или 1,5 миллиона, то есть фактически за эти 15 месяцев, пока технология выходит на, скажем, на представление, да, когда представится технология, вы же каждый месяц можете зарабатывать определенное количество акций за вашу активную работу. Поэтому я хотел бы, чтобы вы понимали именно инвестиционную привлекательность нашего проекта и инвестиционную привлекательность того, как вы можете зарабатывать более 100% уже в первый месяц вашей работы. И вот у меня вопрос теперь, дорогие друзья. Еще давайте один опрос. Особенно к новым людям. Вот какое решение вы приняли после вот этого материала, который я сейчас, скажем, озвучил? То есть ваше решение. Надо подумать, буду изучать информацию, вот первое. Хочу, чтобы этот проект реализовался и готов поддержать проект и инвестировать. Третье. Уже являюсь инвестором и намерен продолжать поддерживать проект и инвестировать. Четвертое. Хочу, чтобы проект быстрее реализовался, буду инвестировать и обучаться, правильно доносить информацию о нем людям, строить и развивать свой бизнес. То есть поставьте вот галочку и нажмите «Ответить». Благодарю всех за ответы. Рад тому, что вы, скажем, огромное количество, 52% уже даже, чуть больше. Это люди, которые выбрали именно это направление. Хочу, чтобы проект быстрее реализовался, буду инвестировать, обучаться, правильно доносить информацию, а не людям строить и развивать свой бизнес. Дорогие друзья, я очень благодарен, что у нас такое даже сейчас 54%. Почти 40% уже являюсь инвестором, намерен продолжать поддерживать проект, инвестировать. Почти 2% хочу, чтобы этот проект реализовался и готов поддержать проект и инвестировать. И 1,7% надо подумать, буду изучать информацию. Это здорово, обязательно подумайте. Мы за то, чтобы человек, который хочет стать инвестором или который хочет получить у нас знания,
а вы имеете два в одном, представляете? То есть вы и получаете знания, если принимаете решение, и получаете еще возможность быть совладельцем проекта Skyway, совладельцем технологии Skyway. Это ну, ни много ни мало, а это ну, просто невероятное предложение. Такого предложения ну, не делал еще ни один фонд, ни одна образовательная программа или компания, да, ни одна компания, которая занимается какими-либо направлениями в поддержке каких-либо направлений, связанных как с краудфандингом, краудинвестингом, такого не предлагают. Более хочу сказать, что мы, как Skyway Invest Group, одна из первых компаний, которая именно работает по системе многоуровневого краудинвестинга. То есть мало того, что мы занимаемся на рынке краудинвестинга, но еще мы работаем по принципу многоуровневого краудинвестинга. То есть, и мы, хочу вам сказать, одна из первых компаний. То есть если посчитать, вот из пяти компаний мы входим в этих компаний, которые начали. Потому что когда мы начинали еще весной 2014, только понятие произошло краудинвестинга. Мы открылись 1 октября в поддержку 2014 года, в поддержку проекта Skyway и технологии Skyway. И мы ввели такое понятие, как многоуровневый краудинвестинг. То есть это фактически ну, наше вот такое вот направление, которое мы всем рассказывали, что мы занимаемся именно многоуровневым краудинвестингом в поддержку компании Skyway. Ну, благодарю, дорогие друзья, и сейчас, что необходимо для того, чтобы действительно вы стали такими людьми, профессиональными, необходимо обучаться, необходимо встречаться не только в онлайне, но и в офлайне. Я вам хочу сказать, что, ну вот, во-первых, новости. Сегодня включаются в 20.00 все платежные системы в разных странах. Сейчас я вот даже посмотрю, зайду. То есть через кошелек, когда вы заходите пополнить, вы можете пополнить не только на Белоруссию, когда у нас были картами, а появились сегодня интернет-кошельки Акпэй, Яндекс.Деньги, Вебмани, наличные в терминалах салона связи России, банковские карты, банковский перевод «Весь мир» Nordea Bank, банковский перевод США Bank of America, банковский перевод «Россия», банковский перевод на Украину, банковский перевод Белоруссию. И, естественно, приоритетно мы оставляем в Белоруссию, и нас очень просили, практически много кто писал, говорит, ну оставьте, пожалуйста, эти 10% хотя бы до конца месяца. Да, мы оставляем и продолжаем акцию плюс 10% к тому количеству акций, которые вы приобрели, только для перевода в Белоруссию. То есть те, кто будет переводить в Белоруссию с завтрашнего дня и по первое включительно, и пришлет в Минск более 200 долларов. Кстати, вот здесь запишите, пожалуйста, от инвестиций более 200 долларов. То есть я здесь не записал, но сейчас запишу, чтобы вы видели. А то потом скажете, что Ховратов сказал, что для всех переводов, да? Только от 200 юнитов. То есть от 200 долларов и более. Ну, там в конце еще будет, да, юнитов. Да. Только от 200 юнитов. Все видят, да? Вот эта акция работает, что если меньше, то это 10% не будет. Свыше 200 юнитов мы даем 10%. Вам, тем, кто поддержит. Почему Белоруссия, дорогие друзья? Вот давайте, чтобы вы понимали, схемы у нас, оплаты идут разным путем. И вот за все время, которое мы переслали компании, ну, чтобы вы понимали, ни много ни мало, а почти миллион долларов было уплачено по НДС. Это налог на добавленную стоимость. Да? Задаем вопрос, зачем нам платить налог на добавленную стоимость, пока мы еще ну, ничего не зарабатываем, фактически компании ничего не зарабатывают, но за счет несовершенной схемы финансирования, да, произошло так, что за вот эти почти вот 2 года, 1 октября будет, что это почти 1 миллион долларов, которые заплачены НДС. А ведь эти деньги могли пойти в строительство. Поэтому, когда мы сейчас нашли схему перечисления в Белоруссию, то мы уходим от этого НДС, дорогие друзья. И мы эти деньги, скажем так, пересылаем не напрямую в компанию.
То есть эти деньги практически, вот они сегодня 2 раза в неделю, наша белорусская компания Белтранснет, она пересылает в компанию деньги, которые приходят. И более того, что очень интересно, мы же получаем разными валютами, там, с Америки доллары, там, с Европы евро, с Англии фунты, с России рубли. То есть таким образом сохраняется, если вдруг курс будет каким-то образом колебаться, то в течение месяца мы можем продать 30% валюты, а все остальное может стоять, да, и ожидать. И таким образом пополнение компаний идет финансированием, ну, достаточно очень быстро. Именно поэтому мы, вот те, кто хочет поддержать, дорогие друзья, мы готовы вам до конца месяца еще 10% дать на ваши инвестиции. Ну, теперь, дорогие друзья, хочу тут напомнить, чтобы вы понимали еще очень важный момент. Вот я показал инвестиционную привлекательность, когда вы начинаете работать активно и привлекать, скажем, потенциальных инвесторов, потенциальных клиентов нашей компании, то есть вы можете получить еще дополнительный доход. Это помимо маркетинг-плана. То есть когда вы инвестируете, скажем, 4 инвестора по 250, вы получаете сразу же доход 250, дорогие друзья. Но еще самый интересный момент, чтобы вы понимали, что вы получаете акции. То есть когда человек проинвестировался по $250, вы получаете еще и акциями на ваш счет. И это ни много ни мало, достаточно большое количество акций. Вы можете посчитать в личном кабинете, если вы только по инвестиционным программам, вот если только будут инвестиционные программы, вы воспользуетесь, мы не берем АИФ спецдисконт, а просто инвестиционные программы. Если у вас будет 4 человека по 250, то они купят акции, 180 тысяч акций. Вы заработаете, умножить на 7,5%, это 13,5 миллионов акций дополнительно заработаете. То есть это очень серьезно. Если у вас 4 инвестора по 500, дорогие друзья, то ни много, ни мало, но вы заработаете 360 тысяч акций, купят ваши инвесторы, умножить на 7,5%, это получается ни много, ни мало 27 тысяч акций. А когда 4 человека у вас купят на $1000, то есть $4000 у вас будет объем, они купят 100 тысяч акций, вернее 1 миллион акций, а по $1000 4, вернее, да, вот так вот, 180 умножить на 4, 720 умножить на 7,5%, это 54 тысячи акций, которые вы заработаете, дорогие друзья. Я считаю, это достаточно хорошее инвестиционное такое предложение, когда вы и людям помогаете, чтобы они приобрели акции, и вы еще получаете вот такое количество акций. Поэтому, дорогие друзья, воспользуйтесь. У нас этот промоушен был до 31.08.07 включительно. Мы его продлеваем до 7.08 по одной простой причине, потому что 6.07 мы будем... Давайте я сейчас... покажу вот этот слайдик. То есть 6-7 мы будем в 11 городах одновременно. Это международный бизнес-форум Skyway Invest Group всех инвесторов и партнеров. Но мы в большей степени намерены встретиться с партнерами. Вы можете зайти на главную страницу Skyway Invest Group сайта и увидеть, в каких городах мы будем. Мы будем от Комсомольска до Амури, до Нью-Йорка. То есть у нас будет в Нью-Йорке, в Лондоне, Брно, город между недалеко от Словакии, то есть там туда привез Польши, Чехии, Словакии. Мы будем, не сказал, да, мы будем в Украине, Киев, в Кишинев, Молдавия, Москва, Новороссийск, Иркутск, Алма-Ата и Комсомольск-на-Амуре. Поэтому, дорогие друзья, воспользуйтесь обязательно этой возможностью для того, чтобы быть на этом мероприятии, потому что такие мероприятия, они очень серьезно
изменяют жизнь к лучшему. И первый день у нас будет для всех инвесторов, партнеров, приглашенных ваших. А на второй день будет образовательная, обучающая технология, как вам в течение 2, максимум 3 месяцев стать консультантом и выйти на доход более $1500. То есть что для этого нужно делать, каким образом необходимо делать технологии бизнеса. Поэтому, дорогие друзья, кстати, на второй день вход только для инвесторов, которые проинвестируют 250 юнитов и более. Поэтому у вас есть уникальная возможность как можно больше людей привести в первый день, потому что когда они узнают, что будет на второй день, они с большим удовольствием захотят приобрести наши образовательные продукты для того, чтобы быть на этом обучении. Поэтому, дорогие друзья, воспользуйтесь этой возможностью, потому что вот такие мероприятия, они бывают вообще раз в жизни. Вот смотрите, в чем уникальность проведения мероприятий. Мероприятие – это определенный дефицит. То есть, вот я задам вам вопросы, чтобы вы поняли. Скажите, может ли быть еще одно рождение вас? Вот у вас было когда-то день рождения, кто-то когда-то родился. Вот. Может ли быть еще один день такой, чтобы вы родились при вашей жизни? Я думаю, что, наверное, вряд ли. Может ли быть еще раз первый звонок в школе в вашей жизни? Вот в сегодняшней жизни. Последний звонок в школе. Может ли быть, кто был в армии, да, там первый день, когда вы принимали присягу? Потому что вот я помню, принимал присягу, для меня это большой праздник был, да, вот, то есть, когда ты принял присягу, ты вот стал таким настоящим мужчиной, да, для меня, для мужчины. Для женщин, может быть, когда вы родили первого ребенка своего, да, то есть, не может повториться еще раз, чтобы вы родили первого ребенка. Да, вы родите второго, третьего, может быть, четвертого, пятого. Но первого ребенка вы родили один раз в своей жизни. Вот точно так, дорогие друзья, вот на этом форуме у вас будет рождение вас как абсолютно новой прогрессивной личности, которая сможет всегда получать от жизни все, что она хочет. Потому что мы не только будем с вами говорить о Skyway, о том, когда внедрятся эти технологии, какие выгоды вы получите, но вы получите еще самый главный момент – это возможности, бизнес-возможности, которые бывают раз в 100 лет, не в онлайне, в офлайне, от наших мастеров, специалистов, которые будут в разных направлениях. И вот вы можете сказать, да я что там на этот не поеду, что там делать, там, посмотрю потом в онлайне или запись посмотрю. Но здесь, дорогие друзья, вот я приведу вам пример. В свое время я занимался предпринимательским бизнесом, я был, нормально бизнес шел. Я познакомился с направлением, и мне сказали, что нужно ехать в Москву, там будет какое-то мероприятие. Ну, я, грубо говоря, да нафиг мне это мероприятие. Но потом, когда-то, общаясь там с одним человеком, он меня смотивировал, я все-таки решил поехать. Я вам хочу сказать, что вот это мероприятие было у меня один раз в жизни. Это было 1-2 августа, и вот как сейчас, помню, 98-го года. Это было 2-летие одной компании. Оно больше никогда не повторялось. Но если бы я не был 23 июля на одном из мероприятий, я бы не поехал 1-2 августа, я бы не понял, что вообще происходит в жизни, каким образом я могу идти в совсем по-другому, абсолютно новому пути прогресса. Поэтому, дорогие друзья, 23 июля – это тоже у меня было один раз в жизни. Поэтому, дорогие друзья, хочу еще раз сказать, вот такие мероприятия, они бывают раз в жизни, они не повторятся больше никогда. И если вы намерены серьезно строить этот бизнес, быть профессионалом, квалифицированно строить этот бизнес и в будущем не просто быть акционером компании, а активно двигаться в направлении бизнеса Skyway, вам просто необходимо быть на этих мероприятиях. Ну и самое интересное, что вам может помочь, дорогие друзья? Вам может помочь следующий тренинг 29.07.2016 года в 10.00 по московскому времени, только для тех, кто инвестировал, кажется, $25, если не ошибаюсь. Оль, если я ошибаюсь, ты меня поправь, пожалуйста. За июль, кажется, так, да? Кажется, стоит там на автомате, что если вы приобретаете АИП-спецдисконт за $25, у вас будет ссылка в личном кабинете, где вы
сможете посетить эффективный тренинг, эффективный телемаркетинг. То есть для тех, кто хотел бы в домашних условиях, на домашнем телефоне, работать 4 часа в день, он сможет получать доход, может быть, при выполнении всех норм и нормативов, которые дает Ольга, более 60 тысяч рублей, это 1000 долларов. Дорогие друзья, я считаю, это очень хорошая доходность, поэтому вот Ольга Шантина вышла из отпуска у нас 21-го, отдохнула хорошо. Она сейчас даст новые технологии. И, кстати, те, кто были на прошедших школах с 1 августа, или когда она скажет у нас, те люди, которые не выполняют определенную норму, она выставит норму, они будут удалены из чата телемаркетинга. То есть, скажем так, останутся только те, кто выполняют норму, и новички. Ну или будут новые люди, которые выполняют норму, они перейдут в абсолютно новый чат. Поэтому, дорогие друзья, воспользуйтесь этой возможностью. То есть у вас может быть еще очень высокие выгоды для того, чтобы посетить этот тренинг «Эффективный телемаркетинг» и непосредственно от Ольги получить технологии. Более того, за вот эти полтора месяца, которые у вас есть люди, за месяц, которые уже работают по телемаркетингу, я читаю в чате телемаркетинга, там просто невероятный результат. Тот, кто работает, выполняет определенные нормы. Ну и промоушен, дорогие друзья, вот кто хочет посетить экотехнопарк бесплатно уже этой осенью, то промоушен на поездку в конструкторское бюро экотехнопарк полностью оплачивается KVMBS Group. Что вам необходимо? Опять я не изменил. Здесь неправильно, дорогие друзья, давайте я напишу все-таки, да. Значит, здесь с 1.07. Вот. По 07. 08. Да, слайдик не справился. Как я за этот самый, да? С 1.07. По 07.08 включительно. Значит, кто сделает личные инвестиции 12,5 тысяч или сделает личные инвестиции или лично привлеченные инвестиции 12,5 тысяч юнитов, или станет менеджером с новыми партнерами, которые зарегистрированы с 1 апреля по вот так вот, да, 07.08.2016 года. Значит, вот эти люди мы оплачиваем полностью им поездку в экотехнопарк осенью, потому что осенью будет представлена городская и система юнибайки, и может быть даже грузовая. И мы полностью вам, скажем, оплачиваем дорогу, проживание в отеле и именно посещение экотехнопарка. Поэтому, дорогие друзья, воспользуйтесь обязательно. Ну, здесь примечание. Если вдруг у вас есть инвестор, который проинвестировал 12,5 тысяч долларов, это, по идее, ваш лично привлеченный инвестор, и он изъявил желание ехать, то тогда вам входит только 50%. Значит, вам нужно еще одного инвестора найти на 12,5 тысяч, и тогда мы полностью вам оплачиваем. И, дорогие друзья, хочу еще сказать одну важную вещь, что у нас проходит акция селфи, кто знает. То есть 10 дней по 10 фото SkyWay в моем городе. То есть с 1 июля по 30 августа фотографируйся в брендовой одежде Swift, которую вы можете заказать в нашем бренд-шопе в Могилеве и участвовать в акции. То есть вы получите 1000 акций в подарок. А ни много ни мало, дорогие друзья, те деньги, которые вы, скажем, вложите в покупку брендовой одежды, это 35 долларов, это 1000 акций, которые мы сегодня даем. Все равно, что вы купили бы 1000 акций. А вы имеете и брендовую одежду, и еще получите 1000 акций. Только вам нужно будет сделать селфи, пофотографироваться 10 дней, выслать на e-mail, который указан, узнать в службе поддержки, либо у нас в новостях это есть, вы можете в новостях посмотреть. Дальше. Конкурс селфи «Я люблю и поддерживаю SkyWay». То есть с 1 июля по 30 августа сделай фото с оригинальным слоганом, брендовой одеждой
И будет конкурс, где вы сможете получить от 200 до 500 тысяч акций. То есть первое место 500 тысяч, третье место, второе место 300 тысяч и 200 тысяч за третье место. То есть более оригинальный такой вот, скажем, слоган, видео, это даст возможность вам получить еще больше количества акций. Третье. Летний флешмоб зажигая этим летом со SKV Invest Group в своем городе. То есть здесь две номинации, 15 призовых мест и 2 миллиона акций в подарок. То есть те группы, объединения людей, которые вместе в городе работаете, вы можете сделать флешмоб, вы можете записать, выложить на YouTube, получить определенные лайки. И мы, в том числе, как руководитель SKV Invest Group, сможем оценить и выбрать 15 призовых мест и 2 номинации, и вот эти люди получат 2 миллиона акций в подарок. Поэтому, дорогие друзья, успейте все это сделать и участвовать в этом направлении. И еще раз хочу напомнить, да, вот здесь вот еще раз зачеркну. Давайте покажу, наверное, вот этот слайд. Да, еще раз хочу напомнить, что с 1.07 по 07.08 тот, кто успевает это сделать, то мы полностью оплачиваем вам поездку в технопарк. Ну а теперь, дорогие друзья, перед тем, как с вами сегодня проститься, вот здесь еще вот смотрите этот промоушен. Если вы планируете совершать более 200 долларов, то воспользуйтесь особым пополнением. То есть с пополнением в Беларуси получите 10% к вашей количество акций, которые будут начислены к вам с 5.08 по 10.08. Вот это вот очень важно, дорогие друзья, что это будет не автоматическое начисление, а это будет ручное начисление, которое начислится вам с 5.08 по 10.08. Если кому-то не начислятся, обязательно обращайтесь в службу поддержки, они выяснят, почему не произошло начисление. Ну и сейчас, Николай, время вопросов-ответов. Николай, огромная просьба включить, скажем, чат, я отвечу на самые интересующие вопросы. Те вопросы, на которые, скажем, ответов полным-полно я не буду отвечать, но на интересующие отвечу. Один из вопросов был, и юристам мне писали: Андрей, когда будет конвертация в компанию? Значит, хочу сразу сказать, дорогие друзья, что не мы, когда вы переведенные акции 25.05 из СВИК, так, вот сразу хочу ответить, вот тут какое-то недоразумение, вы пишете 25.05 из СВИК, чтобы они перешли, они уже давным-давно перешли. Если вы эти акции не получились, то обратитесь в службу поддержки, вам дадут e-mail человека, ответственного в SkyWay ERS Holding, и вы выясните, где ваши акции находятся. Потому что, скажу вам сразу, я переводил в мае месяце, и до 10 июня, ну не я, а один из моих родственников, то есть мы перевели, до 10 июня или 12 июня мы уже получили. Поэтому, или может быть мне кто-то поможет, вот я неправильно говорю. Мы переводили за май месяц или это за апрель месяц? Если кто помнит здесь, ну-ка, скажите мне, ребята, или в скайпе мне напишите, или я ошибаюсь. Но задержка вот в чем была. На этой неделе, в среду уже, будет работать система, но максимум среда-четверг. Значит, задержка произошла не по нашей вине. Да, скорее всего, за апрель месяц, не за май, а за апрель, я прошу прощения. За апрель месяц, в конце апреля, 30-го я переводил, и до 10 мая у меня уже акции были в личном кабинете RS Home. Значит, а за июнь почему мы до сих пор не переслали? Потому что 15-го, максимум 20 июня мы должны были автоматизированно систему сделать, где у вас выписка из реестра акционеров, ERS Holding, с печатью компании, с подписью Анатолия Дарьевича Юницкого. И все практически было бы готово, но была от корневой компании ERS Holding, потому что айтишники там, ну, они делали более другие срочные вопросы, которые нужно было сделать. И мы, скажем, вместо 20 мая, чтобы начать эту работу делать, мы начали ее только 20 июня.
И плюс заболел еще главный разработчик в компании. То есть сейчас тоже идет небольшая задержка, но, как сказали наши айтишники, что в среду уже, в четверг максимум, они все поставят. Ночью у нас кабинет не будет работать часа 2-3, пока это все поставится. И обновление пройдет еще по личному кабинету, там много обновлений будет. И в личном кабинете у вас, там где портфель, вы сможете увидеть выписку из реестра акционеров именно за, скажем, с печатью компании, с подписью Анатолия Дарьевича Ильинского. То есть это контролирует непосредственно компания, потому что согласование вот это дело в течение 1,5-2 месяцев, чтобы вот эти все выписки из реестра вам поставить, это все делаем не мы, а непосредственно человек, который отвечает за реестр акционеров компании, Денис Юницкий, это сын Анатолия Дарьевича Ильинского, и он полностью это контролирует. Поэтому, ну вот еще 3 дня осталось, и вы единственное не сможете пока заказать сертификаты, но опять же это не по нашей вине. С нашей стороны все это сделано, а вот за счет того, что там разработчик заболел, с температурой 40 лежит, ну не смогли они сделать там какие-то моменты, как только он выйдет там из, скажем, больничной койки, сразу же, ну скажем, они нам сделают, и вы сможете заказывать сертификат. Опять же, не мы будем высылать сертификат, а сертификат будет вам высылать тот человек, ну скажем, компания, сама компания RS Holding, представитель RS Holding. Вот в таком вот плане. Думаю, ответил на этот вопрос. Ага, если переведено, так, если вы пишете, что переведено, а в другом 0, то скажу вам сразу тогда, что если у вас сейчас 0 и будет автоматически, то у вас, скажем так, будет 0 акций по нашим обязательствам, но у вас появится вот этот вот выписка из реестра акционеров, то есть вот это, в этом же личном кабинете. Лариса, промоушен с 27.05 по 7.08 действует только при привлечении новых инвесторов или для старых партнеров тоже? Для старых партнеров, которые пришли к вам с 27.05, что-то не понял, промоушен 27.05 по 7.08 действует только при... А, да, он действует только при привлечении новых инвесторов. Вот когда вы привлекаете новых инвесторов, старые нет, только при новых инвесторах. То есть это должны быть новые люди. Из каких доходов выплачиваются заработанные людям, Клавдия? Немножко не понял вопрос, но если вы, наверное, впервые, то в любом направлении за продвижение чего-либо есть так называемые агентские вознаграждения. Точно так же Анатолий Дарьевич Ильинский за то, что продвигают люди, идет краудинвестинг, и это многоуровневый краудинвестинг, он выделяет из определенного количества денег определенное количество процентов в инвестпроводящую систему. И вот эти бонусы выплачиваются именно из тех денег, которые дают инвесторы. Чтобы вы понимали еще разницу, кто, может быть, знает страховые отчисления, когда вы делаете, чтобы вы поняли, значит, практически все страховые компании, которые работают по лайф-страхованию, в первый год, когда вы инвестируете деньги, почему практически у всех страховых компаний, что если вы расторгаете договор в первые 3 года, они вам не возвращают ни копейки, так называемые штрафы у них есть, да, что если ты перестал платить и у тебя есть штраф, тебе ничего не возвращают. То есть вы платили по 1000 долларов каждый год, допустим, да, вы хотите там через, на третий год завершить все, сказать, верните мои деньги, и говорят, не, мы вам не вернем. Знаете почему? Потому что в первый год у них полностью вот эти все агентские вознаграждения доходят практически до 80%. То есть, представляете, из 1000 долларов в инструменты в страховые, в инвестиционные, доходит лишь только 20%. Это практически у всех страховых компаний. У некоторых страховых компаний даже 95% идет выплаты агентские вознаграждения, 5% только на покупку инструментов.
Это в первый год, когда люди инвестируют в страховые инструменты. А вот уже во второй год там меньше, в третий год еще меньше, в четвертый год агенты вообще ничего не получают. Да? Так вот, чтобы вы понимали, у нас, когда мы инвестируем, 50% идет в инвестпроводящую систему, а 50% идет на технологию. Это было решение Анатолия Дарьевича Юницкого, и я считаю, это правильное решение. Почему? Когда я задал первый раз вопрос, Анатолий Дарьевич, ну это не сильно много, там, ну как бы лучше в технологию больше бы денег. На что он сказал, говорит, Андрей, ну если вы активно продвигаете, вы больше ничем не занимаетесь продвижением Skyway, ну вы же должны питаться, ездить на конференции, там, встречаться с людьми, ведь вы же где-то должны зарабатывать тогда деньги. А если вы работаете с нами профессионально. Вот здесь меня это очень, очень сильно привлекло, потому что действительно он прав, потому что если бы Андрей Эдуардович Юницкий захотел бы воспользоваться какими-нибудь венчурными фондами, то эти венчурные фонды иногда забирают практически весь бизнес. И он не один раз уже сталкивался со многими направлениями, где ему предлагали продвинуть, но у него реально забирали бизнес. Либо он, если бы захотел обратиться в рекламное агентство, то порядка 80% уходило бы на рекламу, на оплату рекламы, наперед нужно было бы платить, да? А, скажем, 20% оставалось бы только в технологии. А здесь разумное такое решение, когда 50 на 50 идет. Именно с этих денег они правильно распределяются по многоуровневому бизнес-плану, где люди более активные зарабатывают больше средств, чем люди. Ответим на ваш вопрос. За счет того, что технология, она в разы будет выше, поэтому Анатолий Дальше просчитывает очень хорошо, у него с математикой очень здорово. Обычно я, как бы, когда у меня в своем окружении, с кем бы я ни встречался, я очень быстро считаю, могу в, как говорится, в мыслях просчитать очень быстро. Но когда я познакомился с Анатолием Ильичем Низким, у него очень, при том, что ему 66 лет, он очень быстро все считает. Вы себе даже не представляете, насколько быстро. Мне иногда калькулятор надо брать, он говорит, да я уже посчитал вот такая сумма. Поэтому у него с математикой все хорошо, и поэтому он не идет в убыток. Да, конечно же, иногда мы даже пересылаем больше. Вот если посмотреть наш фонд, то за все время нашей работы мы переслали 56% средств, а 44% у нас пошло на инвестпроводящую систему. Хотя договоренность 50 на 50, скажем. То есть 50% инвестпроводящую систему. Почему у некоторых партнеров в личных кабинетах нет акционного счета? Корневая компания ведь не объявляла об отмене данного счета. Есть акционный счет, и вам на этом акционном счете, может быть, вы просто не видите акции. Почему? Потому что у вас вполне вероятно купили АИП и спецдисконты. И вот когда АИП и спецдисконт выплатят, когда обязательство выплатит ваш инвестор, то тогда вам начислятся все эти акции. До тех пор, пока ему не начислено, ну, приведу пример. Он купил АИП и спецдисконт, к примеру, и у него вот такой вот дисконт, к примеру, там 280, да? И он сейчас заплатил, допустим, $1000, и дисконт 280, он получил 280 тысяч акций. И он должен это обязательство выдержать в течение 10 месяцев. И вот представьте себе, что из 280 тысяч акций мы начислили вам 7,5%. Но через 6 месяцев, допустим, он передумал, этот инвестор, и сказал, да, не хочу я все. И ему тогда пересчитается по тому дисконту, который будет на тот момент. А на тот момент, может быть, за те же $1000 он получит, может быть, дисконт 50. У него будет всего лишь 50 тысяч акций вместо 280. А вы сегодня получите по дисконту 280 свои проценты. А вы должны будете получить по тому дисконту, по которому он выполнил обязательства. Вот если он, когда он выполнит все обязательства, то вам это начислится. Тогда у вас акционный счет. И вот акционный счет есть у всех. Единственное, что на акционном счете у вас может не быть, скажем так, акций на акционном счете. Ну, вернее, он у вас может быть не быть, потому что у вас там нет акций на акционном счете. Вот из-за этого только может быть. Он у вас есть акционный счет, но когда вы заходите в портфель, вы не можете себе, скажем так, выписать обязательства, потому что когда вы
кликаете, заходите в портфель, и в портфеле есть сертификаты, то вы можете сформировать определенное количество акций. Когда вы можете сформировать? Вот как у меня сейчас захожу, значит, у меня на кошельке 48 миллиона 882 137 тысяч акций, да? А в портфеле, скажем так, да? О, вернее, да, 48 миллионов. А в портфеле у меня, я не могу выписать. Почему? Потому что все эти люди, они купили по спецдисконту. И когда они выполнят свои обязательства, вот только тогда я смогу, скажем так, увидеть на акционном счете, вернее, я смогу их сконвертировать в сертификаты, в выписку. Вот в таком вот плане. Дмитрий Кабаев, как прошла встреча 22 июля? Встреча прошла превосходно. 22 июля была встреча, скажем так, комитет по транспорту от Госдумы заседал сейчас в Симферополе. Поднимались самые такие вопросы, связанные с транспортной системой, с транспортной отраслью, любого транспорта, наземного, водного там, и так далее, воздушного. И предоставлено было слово, и представитель компании Skyway сделал прекрасный доклад. И, скажем так, в комитет по транспорту готовятся документы теперь, рекомендации, что необходимо именно от компании, для компании Skyway, для того, чтобы мы были, скажем, реализованы, для того, чтобы мы были на законных основаниях внедрены. Потому что для того, чтобы мы были внедрены, необходимы некоторые нормы, которые должны прописываться в технических условиях. В технических условиях не только компании, но еще и государственных органов стандартизации. И вот это первый шаг, я считаю, к тому, что сделано. Но основные новости, скажем, вы сможете почитать на сайте компании, когда появятся эти новости. Поэтому ждите новости. У нас новости, они были вкратце. Теперь ждите от компании, потому что это прерогатива компании говорить об этих новостях. А мы потом, когда они выходят, размещаем их у себя. Я купил пакет акций ИП-3 спецдисконт и сделал первый платеж $100. На следующий день решил выполнить досрочный очередной платеж, но ошибочно купил еще такой же пакет ИП-3 спецдисконт. Возможно ли аннулировать эту покупку, а деньги перебросить на первый пакет? Александр, к сожалению, невозможно. Есть четкие инструкции, и это же вы нарушили эту инструкцию, но не мы ее нарушили. У нас, к сожалению, нет такого вот функции, как сделать отмену. То есть, если вы хотели сделать досрочно, то там есть функция сделать досрочно, но не стоит покупать. Ну, либо, по крайней мере, обратиться к вашему пригласителю, либо службу поддержки, чтобы вам разъяснили, как это правильно сделать, дорогие друзья. Но к любой вот покупке, без разницы, хоть на $10, хоть на $100 000, нужно основательно подходить, и прежде чем кликать какие-то кнопочки, но лучше, вы знаете, пословица есть, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. В финансах это то же самое. Поэтому у вас есть возможность, скажем, отменить эту покупку по заявлению, по вашему. И тогда ее отменят, но она пересчитается по текущему дисконту, который есть в инвестиционных программах. Планируются ли адресные проекты в Крыму? Валентина, Новороссийск. Мы, как Skyway Invest Group, намерены до Инотранса представить уже, не просто представить, а уже даже, ну скажем, иметь, ну скажем так, не разрешение, а иметь согласование по адресным проектам с властями. У нас 5 есть проектов сейчас. Это Британия, это Чехия, это в Крыму 2 проекта, это Украина, 1 проект, и Иркутск, там на выпуске даже 3 проекта, и в Санкт-Петербурге, и Москва, то есть мы рассматриваем. Поэтому до Инотранса мы сейчас все это готовим, но я думаю, что какой-то хоть один
Ну, может быть, не на инотрансе, но после инотранса это железно будет. Вот осенью мы хотим получить согласование по каким-либо проектам. Вообще наша цель хотя бы 3-4, чтобы было. Потому что есть достаточно большое количество инвесторов, которые вот инвестируют там, в компанию 10 тысяч долларов, говорит, а в адресный проект я хочу проинвестировать даже 100 тысяч долларов. И когда видят разницу некоторых моментов, то, конечно же, есть желание. Но для компании, с одной стороны, ну, как бы тоже хорошо, потому что мы будем оплачивать за техдокументацию, и компания будет получать деньги и таким образом, ну, скажем, инвестировать еще больше в строительство. Потому что, дорогие друзья, сейчас компания выйдет на IPO в мае. Эрикс Крюменс. Нет, дорогие друзья, в мае на IPO не выйдет. И не выйдет, я уже не раз говорил, но отвечу еще раз. На IPO нужно выходить тогда, когда у нас хотя бы будет построено хотя бы 100 тысяч километров дорог. Когда спрос на акции будет настолько велик. И, а почему он будет велик? Потому что доходность. Почему мы адресные проекты, вот сейчас небольшие адресные проекты, маленькие, которые стоимостью там, от 10 до 50 миллионов долларов берем. Ну, максимум 100 миллионов долларов. По одной простой причине. Мы берем сейчас такие проекты, где средняя доходность будет на уровне, ну, как минимум 80-150% годового дохода. И почему мы это делаем? Потому что когда мы будем делать отчеты по этим адресным проектам, то инвесторы потенциальные, которые захотят купить акции, у них будет сумасшедший спрос. И продать, сможете ли вы продать свои акции в мае? Да, вы сможете, не в мае, а тогда, когда мы презентуем уже, скажем, будет готов полностью экотехнопарк, вот тогда появится вероятность того, что огромное количество инвесторов, которые захотят приобрести акции корневой компании, и для того, чтобы вы продали их, не обязательно их вводить на IPO. Если вывести сейчас компанию на IPO в мае месяце или там, в октябре следующего года, когда будет полностью все готово, да, что может быть? Может быть то же самое, что было с Facebook. Facebook вышел по 35 долларов, его опустили на 25 долларов. В течение полтора года акции Facebook держались 25-28 долларов. Люди, которые не понимали, в чем дело, они продали эти акции. Крупные игроки купили эти акции. Они знали, почему покупают. Сегодня акции стоят почти 100 долларов. Так это Facebook. Вы хотите, чтобы мы вышли с акциями по 1 доллару, их опустили ниже плинтуса, крупные игроки, чтобы они опустили акции ниже, чем той цены, которую вы сегодня покупаете? Я лично этого не хочу. Я один из крупных инвесторов, и одна из рекомендаций была Анатолию Юницкому, когда, мы общались, и мы проговорили, он говорит, ну я когда сказал, говорю, Анатолий Ильич, ну вот раньше, чем через 5 лет на IPO вообще не стоит выходить. Ну и приведу вам пример. Компания Alibaba, она вышла на IPO через 18 лет после открытия. Как вы думаете, почему? На IPO нужно выходить по двум причинам. Либо для того, чтобы собрать деньги для каких-то более глобальных проектов, либо чтобы собрать деньги на какое-то там строительство. Нам на строительство сегодня не нужны деньги, мы собираем с краудинвестинга, и более того, я говорил сегодня, что инвестирование – это понимание того, как твои деньги могут вырасти за 10 лет. Я хочу сказать следующее, дорогие друзья, кто вот, когда мы представим компанию, особенно у нас есть намерение, дай бог, чтобы у нас все получилось, как мы хотим, чтобы, когда уже будут скоростные пути готовы, чтобы у нас уже несколько адресных проектов работало. И тогда дивиденды будут достаточно очень большие. Если человек хочет сегодня купить там 2 миллиона акций, а через год их продать по 1 доллару, получить 2 миллиона долларов, я хочу сказать, это очень глупо. Ну, вы, конечно же, можете это сделать, и мы с большим удовольствием купим у вас. Мы даже, Skyway Invest Group фонд, компания Skyway с большим удовольствием купит у вас эти акции. Знаете почему? Потому что через полгода, через год, там, через два, эти акции уже будут стоить 2 доллара, 3 доллара, 5 долларов. А вот почему у нас есть желание хотя бы 3 адресных проекта уже, вот когда полностью экотехнопарк будет представлен, скоростная система будет готова, грузовые, там еще городские линии, чтобы мы уже несколько адресных проектов даже работало, приносило прибыль. Вот как только это будет готово, вы себе даже не представите, спрос будет на эти акции.
Но продать вы сможете не обязательно через IPO, вы сможете продать и внутри компании. И это тоже, на это отвечал Виктор Бабурин, юрдепартамент Skyway, о том, что готовится такая функция, когда компания сможет покупать эти акции. И отвечаю еще раз, никакое количество акций на IPO сейчас выставлено не будет. Вот поймите, для чего нужно было компании Alibaba сейчас IPO. Они продали огромное количество акций, ну скажем, не огромное количество акций, всего лишь там, если не ошибаюсь, 15% акций, но они получили, если не ошибаюсь, что-то около 50 миллиардов долларов. Знаете, для чего им нужно было? Компания Alibaba, это такая межконтинентальная сегодня компания, которая поставляет практически продукцию Китая во все страны мира. Некоторую продукцию, если вы готовы ждать 3 месяца, вы можете бесплатно даже получить. Представляете, да? Так вот, они это сделали для того, чтобы получить эти деньги и еще больше расшириться. Лично я вижу выход на IPO вообще, лично мое видение, я не знаю, насколько он дальше будет принимать решение, но мое видение, так как более 55%, то есть 55% акций будут у Анатолия Дарьевича Юницкого, и когда акции будут стоить $1000, а 55% ни много ни мало, чтобы вы понимали, да, ну, даже если даже $100 будут акции стоить, да, уже там $100-300, Анатолий Дарьевич, ни много ни мало, это 2 миллиона, если не ошибаюсь, 220 миллиардов акций, да, его. И вот когда уже к этому времени, предполагаю, будет 1 000 000 километров дорог, акции будут стоить на уровне 200, 300, $500. И вот тогда, когда Анатолий Дарьевич Юницкий продаст там 15% своих акций, это будет ну, порядка $10 триллионов. Вот эти деньги ему нужны будут для того, чтобы делать планетарный проект, вот этот выход в космос. Вот тогда нужны будут, ну скажем, IPO для того, чтобы по максимальной цене продать акции, для того, чтобы их вложить в более масштабные проекты. Вот для этого нужно IPO. Еще раз повторюсь, для того, чтобы продавать акции, не обязательно нужно выходить на IPO. Но вот сколько процентов на IPO может быть? Опять же, это акции, которые, ну скажем, могут продаваться самой компанией и запланировано сколько процентов. Но обычно, чтобы вы понимали, компании продают от 10 до 30% обычно. Вот такой план. Ксения, в вашей медитации денежный магнетизм в процессе этой практики идут трансформации ДНК, поэтому такие быстрые результаты. Благодарю. Ну, я это называю деление клеток, естественно, идет и на ДНК работа. Андрей Верхотуров, так что обязательно переводите акции в корневую? Нет, дорогие друзья, акции переводить уже сейчас готовы будут. Акции, они автоматически, мы все акции будем переводить. Писали ли вы, ставили ли вы галочку, чтобы сконвертировать, или не ставили, сейчас все акции, вот за месяц купили такое-то количество акций, мы их с 1 по 5 число сконвертировали в компанию, и где-то 10-15 числа у вас уже будет выписка. То есть если у вас сейчас выписка из реестра нашего реестра СВИГа, то потом у вас там 10-15 дней после того, когда сконвертировали мы как фонд, они будут выписка уже из реестра компании. То есть это будет в личном кабинете вашем. И при желании вы сможете заказать непосредственно сертификаты компании уже себе надо. Так, Елена Жалакова, существуют некоммерческие, я так понимаю, НПФ, да, пенсионные фонды железной дороги. Почему бы Skyway не сделать НПФ? Я бы с удовольствием передала накопительную пенсию в распоряжение Skyway. Во-первых, мы уже ведем переговоры по этим, ну не ведем, а уже планируем вести переговоры в этом направлении. Некоммерческие пенсионные фонды. Более того, уже разрабатывается программа, где 1% пенсионные фонды
вот эти, скажем так, не коммерческие, а негосударственные пенсионные фонды, да, накопительные пенсионные фонды негосударственного значения, да, 1% от этих средств они могут вкладывать, будут венчурные проекты. Этот закон должны в сентябре, в октябре принять, скажем, в Думе и в парламенте. Если примут, то это будет очень здорово. Хотя мы за то, чтобы 3%. Так, почему можно переводить 10 тысяч акций, а у кого нет возможности приобрести такое количество? Значит, акции будут переводиться даже от 1000 акций, но это акции, которые должны быть куплены, если не ошибаюсь. И почему либо 1000, либо 10 тысяч? Потому что это минимальное количество акций, которое продается у компании. Я в Skyway с 2014 года, имею сертификат на эти акции. В какой компании нахожусь, не знаю. Кабинет еще старый, неудобный и без новостей. Кто поможет разобраться? Обратитесь в компанию и в компанию РСВ. Там служба поддержки есть, и вам все расскажут. Вам помогут там перевестись в новый кабинет. Если вы хотите активно работать, ну тогда начинайте активно работать. Мы работаем со всеми, кто, скажем, кто является акционером и инвестором. Слышали фразу «вход в корневую компанию будет закрыт». Что это значит и когда это произойдет? Что это значит? Значит, распределено следующим образом. 30% из всего количества акций должно быть продано для того, чтобы построить экотехнопарк. Это около 120 миллиардов акций. То есть сейчас уже больше 20 миллиардов продано, осталось меньше 100 миллиардов акций. Вот если завтра приходит инвестор крупный, который выкупает все эти 100 миллиардов акций, то вход в корневую компанию будет закрыт. Вот это все, что означает. Либо завтра, допустим, мы хорошо с вами поработали, мы привлекли с вами миллион человек проинвестировали по $200, компания получила все эти деньги, все, значит, вход в корневую компанию будет закрыт. Что это означает? Что акции корневой компании купить возможности уже не будет. Возможность будет только участвовать в адресных проектах. Но все, кто купил акции корневой компании, мы все будем в адресных проектах. То есть мы минимально планируем быть в каждом адресном проекте по всему миру. Вот по всему миру мы планируем построить 50 миллионов километров дорог, вернее, только Евразийский континент, Африка и Австралия, да? 50 миллионов километров дорог. Мы планируем быть на 25% доли. Это минимум. Вот все, кто имеет акции корневой компании, вы должны понимать, что на 25-26%, а то и более, в некоторых проектах может быть даже 100%, в некоторых проектах 50%, мы будем в доле. То есть, что это означает? То есть, если 50 миллионов километров дорог будет построено, то из этих дорог, можно так сказать, 25%, это 12,5 миллионов километров дорог, владельцы мы с вами. И от эксплуатации этих дорог мы будем получать определенный процент. Но мы фактически владельцы 50 миллионов километров дорог. Но будем. Но эксплуатация по ним, ну скажем так, вот если в цене в акциях, скажем так, почему цена акций будет расти, и фактически почему цена акции, ну, будет там и $1000, и может быть больше, да? Потому что вот при вот этом раскладе, скажем так, да, 12,5 миллионов, вот, да, 13 миллионов 500. Умножить на 5 миллионов. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двенадцать, да? Вот, да. 15 миллионов 500. Ага, вот. И разделить на 12 миллионов 500. Сейчас
Сейчас я даже скажу точно умножить на вот так вот. Угу. И разделить на. Ну вот примерно, скажем так, акции при постройке всех этих дорог по номинальной только цене, рост акций при наличии 50 миллионов километров дорог может оцениваться по номинальной цене в 1500 долларов. А если это будет рыночная цена, которая скочит непонятно как, да, то эти акции могут доходить до цены даже в 3-5 тысяч долларов за акцию. Ну, чтобы вы понимали, да, это потенциал. Ну, это только если говорить о номинальной цене, не номинальной, о цене, которая минимальная цена по нашим дорогам. А еще инфраструктурная. А еще, если это, скажем, мы из прибыли делаем заводы по юнибусам и продаем юнибусы, да, то есть это тоже доходность, ну и так далее, и так далее. А еще если, когда строятся, допустим, вот такие вот высокотехнологические сооружения по новым технологиям, и мы владельцы там на 25-30% этих сооружений, этих зданий, этих объектов, да, то есть это все дает стоимость акций. С чего растет стоимость акций, чтобы вы понимали, кто новички. То есть мы сегодня проинвестировали в эту технологию. Есть прибыль с этой технологией. Эта прибыль, часть прибыли, вкладывается в то, чтобы расширить производство, расширить еще большие возможности для бизнеса. Да? И представьте себе, что мы там проинвестировали по 200 миллионов на строительство экотехнопарка, а мы так расширились, что сегодня мы владеем там, допустим, активами, которые оцениваются в 5 триллионов долларов, там, или в 50 триллионов долларов. Соответственно, эти все количества акций, которые есть, 400 миллиардов акций, активы делятся на количество акций, это есть оценка акций, рыночная цена на акции. А доходность, это вот с этих эксплуатаций всех объектов, которые имеет компания, есть определенный доход. И вот эта вся доходность за минусом расходы, минус налоги, все, что остается, делится на определенное количество акций. Таким образом, почему растут и цена будет расти на акции, и, естественно, дивиденды. Вот по этой причине. Андрей Федорович, а общая трансляция 7 августа онлайн будет или нет? Нет, это только офлайновское мероприятие, и это будет эксклюзивно только для тех, кто будет 6 и 7 августа. Онлайн трансляции у нас не будет. Андрей, расскажите про петицию к президентам из стран СНГ. Хорошо, Юрий. Значит, петиция – это новый инструмент, который находится у вас в инструментах партнера. То есть это фактически сделана петиция для того, чтобы вы могли отдавать другим людям, чтобы они, это кто не зарегистрирован. Когда люди регистрируются по этой петиции, мы мало того, что получаем новых потенциальных клиентов, они изучают материалы и, посещая наши, скажем, вебинары, могут поддержать нас не только, скажем, морально, подписав эту петицию, став нашим клиентом, получив там 50 акций в подарок и так далее, но еще, может быть, они захотят материально поддержать наш проект и стать соинвестором и приобрести образовательную программу и получить акции. То есть это один из инструментов, который помогает вам еще больше, скажем, привлекать людей в наше направление. То есть не через, скажем, лендинги, там, допустим, народный проект 21 века, либо другие проекты, а именно через петицию. И когда человек регистрируется, то по этой петиции он подписывает петицию, потом он подтверждает эту петицию, то вы, как человек, который дали ему эту петицию, а у вас есть ваш номер, да, он регистрируется именно к вам в систему, и он становится потенциально вашим клиентом. Ответил на этот вопрос, да? Для того, чтобы получать дивиденды, обязательно ли IPO или нет? Хороший вопрос. Для того, чтобы получать дивиденды, не обязательно вообще IPO. Для того, чтобы получать дивиденды, компания обязана всем своим акционерам
дивиденды. Более того, чтобы вы понимали, все мы являемся акционерами, и мы все с вами акционеры привилегированных акций. Да, ЕРС Холдинг дает вам простые акции, но сама компания ЕРС Холдинг, она имеет привилегированные акции. И компания, если имеет прибыль, то она минимум 20% гарантированно мы получим от дивидендов. Вот привезу пример. Завтра осенью мы представили городской транспорт и юнибайки, и у нас появился какой-то проект, который, предположим, нам принес 100 миллионов долларов доходности. Значит, 20 миллионов, то бишь 20%, компания должна выделить обязательно на дивиденды, а остальные деньги она может реинвестировать. Но это для чего сделано? К примеру, есть компания, заработала 80 миллионов. Мы можем еще сделать один проект. Да? И здесь тогда Анатолий Шуницкий не будет спрашивать у нас акционеров, а что нам делать с этими деньгами. Кто-то скажет, а мы хотим получить все 100%. То есть, ну и должны к чему-то прийти. То есть он решает, что да, мы должны сейчас сделать этот адресный проект, потому что в этом адресном проекте мы будем участвовать на 100%. То есть он нам очень выгоден будет, да? Тогда он 20% гарантированно отдает на дивиденды нам, а 80% идет еще в реинвестирование для расширения бизнеса. Поэтому дивиденды вы можете получать не обязательно благодаря IPO. Так, когда будет реализован вывод партнерских начислений с Евразии? Максим, когда будет реализован вывод партнерских начислений с Евразии? Но, Максим, задайте этот вопрос службе поддержки, я не могу вам ответить на этот вопрос. Вывод партнерских с Евразии. Но мне кажется, его хоть, если вы делаете, ну скажем, вывод, там же стандартная форма, то он должен быть выведен. Обязательно задайте в службу поддержки, я тоже выясню по этому вопросу. Партнерские начисления с Евразией. Ну, мне кажется, он работает. Я не знаю, честно говоря. Но там здесь следующий момент. Если вы не стали пайщиком, то вы не сможете вывести эти партнерства. Вот это точно я знаю. То есть для того, чтобы вам выводить партнерские свои вознаграждения с ПО Евразии, вам обязательно необходимо быть пайщиком. Вот если вы не пайщик, тогда вы не можете вывести. Так, Анастасия, будьте добры, подскажите, пожалуйста, почему не начислены 8% на приобретенные акции 29 июня? Перечисление вручную на сумму 500 долларов. Анастасия, тоже вычислите, узнайте этот вопрос в службе поддержки. Я не знаю почему, но у нас всем было начислено 8% в автоматическом режиме. Все, кто приобрел там с какого-то по число по 8 или по 7 июня, всем было начислено 8%. То есть, если вам не начислено, выясните, пожалуйста, этот вопрос, и чтобы выяснить причину, почему не начислено. Вячеслав, где найти медитацию? В Ютубе найдите медитацию «Я денежный магнит» Андрей Ковратов. Так, скажите по поводу автоматического перевода для белорусов. Как нам же нельзя переводить? Для всех можно, мы выяснили, и это на юротделе вам ответят. Потому что то, что у вас эти будут акции, поймите, они теми акциями, которые по законодательству Белоруссии могут быть, да, станут только тогда, когда у компании, скажем, уже будут активы. А это произойдет, ну, не раньше, чем будут реализованы эти технопарки. И то, ну, скажем, это вопрос для больше для юридического департамента, у нас по средам, если не ошибаюсь, ведет Максим Гафияк, отвечает на все вопросы. Поэтому задайте этот вопрос, но там ничего такого не будет за 100%. До встречи в Одессе 6-7 августа. Да, ребята, 6-8 августа будет и Одесса, и Минск. А, про Минск забыл сказать. В Минске же будет точно еще.
Facebook сейчас стоит $120 одна акция. Ну вот, $20. Хотя недели полторы назад она стоила 102 или $103, кажется. Так, оплата карточками из Литвы все еще проблематична. Каждому партнеру надо обращаться в техпомощь и еще ждать до суток, чтобы наладить оплату карточками. Дело в том, что, поймите, у нас не все страны подключены, и когда обращаются с какой-либо страны, а у нас не подключена эта страна, мы пишем ту компанию, которая нам предоставила оплату карточками, и они нам подключают ту страну, которую, ну скажем, которую нам просят добавить. Вот не помню, но кажется, писали, вот Монголия вроде бы должны были добавить, не знаю, добавят, нет, что с Монголии хотят оплачивать, а у нас не подключено. Поэтому, скажем так, вроде бы или Монголия, или Киргизстан, я не помню. Не Киргизстан, скорее всего, Монголия, наверное, не Монголия. Скажите, есть ли у Анатолия Леницкого последователи, ученики? Но я вам хочу сказать, что все 120 инженеров, которые сегодня которые работают в конструкторском бюро, это фактически ученики и последователи. Ну, последователи, вернее, мы его идеи, а вот ученики его технологии — это те, кто работает там. Более того, хочу сказать, что уже они вели переговоры с каким-то университетом в Минске, кажется, где кафедра должна быть по вот струнным технологиям, кажется, и ученики, которые там будут учиться, они будут проходить практику именно в конструкторском бюро. Я слышал вот такой разговор от Анатолия Леницкого, когда мы встречались на прошлой неделе, не 22, не 7, какое-то число было, 22, не 7, 16 числа мы встречались с Анатолием Леницким тоже в Симферополе, в офисе одной компании, которая будет внедрять именно в Крыму технологию. Так, вот хороший вопрос. Тихонова Мария Бобруск. У меня партнер покупал акции с возвратом 50% в 2015 году. Как быть ему с конвертацией? Значит, вот здесь следующее, что все акции, которые будут сконвертированы, то есть вот эти обязательства, они прекращают действовать. Но с этими людьми был подписан договор. И поэтому, если он пожелает, тогда он напишет, что конвертируются акции, но наши обязательства по возврату 50% купленных акций, и мы выкупаем как фонд, тогда не будет действовать. Если же он оставляет свои акции, такая функция должна быть предусмотрена, тогда, когда наступает 10-й период, мы выкупаем 50% с тем дисконтом, который, средний дисконт, который будет в компании. Так, ну вот смотрю, вроде бы ответил на многие вопросы. Посмотрю еще раз. Так, можно раздавать флаера на улице и по закону ненаказуемо. Ну, Александр, смотря в какой стране вы живете и какие флаера. Если вы раздаете флаера, инвестируете в новую транспортную систему, то во многих европейских странах, да и в наших постсоветских, для этого необходимо иметь определенную лицензию. Если вы не имеете лицензии, то вполне вероятно, что вас, ну, могут каким-то образом спросить. А если вы делаете опросы общественного мнения, после этого приглашаете людей на встречу, и после встречи, где вы приглашаете человека на бизнес-возможности, даете вот этот флаер, то это ненаказуемо, потому что вы пригласили человека, который уже изначально поддерживает эту систему. Так, Анатолий, крышу сорвало. Реально большое спасибо. Ага, ну, давайте крышу завяжите, чтобы ее не сорвало. И для того, чтобы все нормально, еще стало послушать медитацию «Денежный магнит», ну, чтобы все утряслось, и вы хорошо заснули, хорошо спали. И хорошо вздохните перед сном 10 глубоких вздохов.
Наталья Белореченск. Вопрос задали. Можно ли прийти к вам в компанию архитектором с оплатой, зарплатами? Хороший вопрос. Нам нужны будут, ну, скажем, согласования, ну, скажем, с архитектурой. Ну, не знаю, вот лично нам архитекторы пока не нужны, потому что вот даже занимаясь адресными проектами, все проекты будут непосредственно делать компания Skyway в лице конструкторского бюро и Анатолия Рощинницкого. То есть там будет непосредственно, скажем, проектная документация делаться, а согласование будет с проектными организациями, которые имеют лицензии. Поэтому если это архитектор просто делать какие-то, ну, работы, вот я даже не знаю, ну, вот скажу сразу, нам лично архитекторы не нужны в этом плане, да, а вот в компании, но тем не менее, Наталья, запишите и напишите, пожалуйста, в службу поддержки Татьяне Осиповой все вот эти координаты архитектора, мы выясним, но мало ли, а вдруг нужен будет. А где купить брендовые одежды из Эстонии? Значит, Валентина, вы можете приобрести, связаться с службой поддержки, вам дадут сайт брендшопа такого у нас небольшого, да, отвечает Алексей Мурашко с Гомеля. Они пересылают, ну, в любую страну мира брендовую одежду. Так, я раньше могла заводить деньги с моего кошелька Акупе, я сейчас не могу пополнить. Я живу в Греции и пишется для продавца этой категории, нет доступных способов оплаты, почему нет? Значит, у нас было отключено на неделю все системы, кроме белорусских переводов и карточных. Сейчас Акупе появился, можете переводить. Будет ли предусмотрен спецдисконт при инвестировании в адресные проекты? Вот здесь, дорогие друзья, вы должны понимать следующее, что в адресных проектах, когда начнутся, вы и акциями не будете получать. Почему я говорю, что сейчас есть возможности, которые бывают раз в 100 лет? Вот когда адресные проекты, во-первых, дисконтов там никаких не будет. Вот если мы начинаем адресный проект какой-то внедрять, чтобы вы понимали, да, то вы, если вам удастся войти на первом этапе, первый этап – это предпроектная документация. И вот если вам вдруг вы успеете войти, ну, приведу простой пример, у нас есть ряд проектов стоимостью, ну, к примеру, там вот проект есть на 50 миллионов в Европе, ну, такой же есть и в России. Значит, предпроектная документация будет стоить, сейчас скажу сколько, да, 50 миллионов умножить на… Да, она будет стоить 50 тысяч. Вот там вот акции именно этой адресного проекта будут продаваться по 2,2 доллара. А потом наступает, вернее, это предпроектная документация, потом проектная документация. Да? На проектную документацию нужен будет уже 1 миллион. Не 1 миллион, чуть больше, там до 5 миллионов, да. Там же акции будут продаваться, опять же, по этапу, там 4 этапа будут разбиты, да. То есть вот эти вот 5 миллионов будут разбиты на 4 этапа по 1 250 000, они уже будут продаваться там по одному этапу 2,5, потом 2,7 доллара, потом 3 доллара, потом 3,2 доллара, да. Вот таким образом будут продаваться акции, они даже без дисконта будут продаваться, ну, чтобы вы понимали. Но когда мы будем выходить, вот, допустим, по европейским адресным проектам, у нас есть интересный проект, там такая, ну, это предварительный расчет, да, такой вот. Значит, когда при строительстве уже, вот при строительстве, если вдруг, хотя там крупный инвестор уже будет заходить при строительстве, но если вдруг даже там возможность будет продавать акции, во-первых, там вот 10 тысяч долларов будут идти уже при строительстве, да, а во-вторых, то есть, а вначале, чтобы вы понимали, в адресные проекты, ну, меньше, чем на 1000 долларов, вряд ли, наверное, мы будем брать. Ну, вряд ли, потому что это адресные проекты, там, ну, очень большое количество людей, которые готовы вкладывать по 100 тысяч долларов и так далее. Так вот, при строительстве уже акции будут продаваться там от 10 тысяч долларов, ну, в зависимости, опять же, какой проект, с какой срочностью.
да? Какие-то могут быть и при строительстве по 100 долларов, потому что такие национальные проекты, как Санкт-Петербург, Владивосток, либо Терка, Лондон, то там, естественно, как для народа будет там и по 100 фунтов, по 100 долларов будут акции, а Санкт-Петербург, Владивосток, может быть, и по 1000 рублей будут акции, скажем так, да. Так вот, европейский смотреть проект, если когда при строительстве, там будет порядка 5 долларов за акцию. Но, чтобы вы понимали, когда этот проект реализуется, и у нас там есть одна из задач, 30-40% потом этой компании продать крупным инвесторам, которым нужен гарантированный доход уже завтра, да, определенный. Так вот, при продаже, там уже стоимость акции, которую мы будем закладывать при продаже, она будет стоить порядка 25 долларов. Ну, чтобы понимали, да, что даже те люди, которые при строительстве будут платить по 5 долларов, у нас будут договора предварительные, что вот этот крупный инвестор, если мы им подаем такую доходность, там определенная доходность указывается, он у нас покупает на такую-то сумму долю компании. То есть, и когда мы берем крупных инвесторов, почему там люди будут вложить деньги? Потому что, первое, у нас будет согласование с местными властями, а второе, крупный инвестор, который покупает у нас, скажем, гарантированно долю в компании за определенную сумму при определенной доходности, которая это будет, да. И вот нам легко, как бы, на адресные проекты будут находить крупных инвесторов, там, по 100 тысяч, по 200, по миллиону, потому что у нас договора есть, и люди входят, они знают, что за 3 года, да, эти деньги 100% уже отбиваются. То есть, как они говорят, если сегодня мы вкладываем, мы не знаем, когда вы начнете дороги строить. А когда уже адресный проект строится, они уже реально знают, что через 3 года он вложит сейчас миллион, через 3 года он гарантированно продаст акции, и гарантированная сумма есть, по которой у нас покупают. Ну, понимаете, да? Поэтому, если кому-то удастся и успеется войти в адресный проект на первом этапе, то там сразу же вы должны понимать, что одна акция будет продаваться не 1 к 1, 1 доллар, а уже там 2 доллара, 2,2 доллара. Это первая цена, которая будет продаваться, ну, чтобы вы понимали. Поэтому никаких спецдисконтов, никаких дисконтов вообще там не будет. Я думаю, наверное, он ответил на вопрос, чтобы вы понимали, что спецдисконты и вот эти все вещи существуют сейчас в корневой компании, и они сделаны только были потому, что нужна была система финансирования стабильная для того, чтобы заказывать многие материалы, чтобы вы понимали, металл, который для фермы, который вот сейчас по скоростному и по городскому пути, который первый строится, вот километр, а потом на 15 километров, да, металл реально, предварительные заявки делались в ноябре-декабре месяце. Вот именно тогда давала компания большой дисконт 1 к 600. Понимаете? Вот именно поэтому тогда дали спецдисконт, и сейчас дают спецдисконт, чтобы компания планомерно могла планировать, сколько каждый месяц ей вкладывать. Но когда наступают адресные проекты, никаких спецдисконтов не будет. Там, дай бог, чтобы вы успевали, я вам сразу скажу, когда первый этап там предпроектные работы, да, предпроектная документация, которая делается, там нужно всего лишь на проект, который стоит 50 миллионов, там 50 тысяч долларов, да, я вам скажу, я сам закрою этими деньгами, потому что я прекрасно понимаю, какие там будут своими деньгами. Не говоря там еще директорский состав там, или крупные инвесторы, которые есть. А как работать в США? Обыкновенно работать в США, у нас есть компании, на США можно пересылать деньги, и в Нью-Йорке будет, обращайтесь к Арманду Мурникс, он у нас курирует и, в общем, все англоязычные страны, он будет 6-7 в Нью-Йорке, и как раз рассказывать, как заработать в США, и, кстати, вот 6-7, у нас 6 для русскоязычных мы делаем, а 7 для англоязычных мы делаем. Так вот, 6 и 7 будут приглашены сетевики, такие не именитые, скажу, да, но люди, которые имеют опыт достаточно хороший в сетевом бизнесе, и они рассматривают уже нас как серьезный проект для стабильной работы. Потому что когда мы говорим, что у нас планы есть минимум, это минимум на 30-50 лет, они просто удивляются, потому что многие компании, когда открываются, они отрабатывают там 2-3-5 лет и все, их нет. А у нас реально планы есть на минимум 30 лет работы. Скажите, а кто вести будет в Новороссийске из лидеров? Это посмотрите, пожалуйста, зайдите на этот самый и посмотрите, выберите Новороссийск, и там написано, кто будет вести. Может ли по...
пополнить счет с Нигерии. Да хоть, я не знаю, там с Луны, если там банк. Если в Нигерии есть банк, который может по SWIFT переводу отправить, то может. Валентина, сейчас я пробовала перевести ОКПэй. Ну, Валентина, пишите в службу поддержки, чтобы завтра уже с утра связалась финансовая служба, которая у нас отвечает за это дело по ОКПэй, и выяснили, в чем проблема. Вот здесь вот очень интересный вопрос написали. Так, где же? В смысле триллионов. Смотрите, дорогие друзья. В связи с шаткой ситуацией банковской прогнившей системы, как можно доверять банкам огромные денежные ресурсы? Я в смысле триллионов долларов. Банкам, может, это будет к тому времени востребовано. Вы знаете, к тому времени децентрализованная система криптовалюты, как вы думаете? Криптовалюта – это воздух. Я уже не раз об этом говорил. Я сейчас, скорее всего, подготовлю вебинар и расскажу, что такое криптовалюта. Знаете, криптовалюта – это пиар сегодня, на котором зарабатывают деньги и создаются многие сетевые компании, и особенно много пирамидальных компаний и жуликов. Не хочется называть некоторые компании, которые сегодня пиарятся, что они криптовалюты, да, но это самые настоящие пирамиды, долгоиграющие, но которые скоро закроются. И посмотрите, все, кто работает с криптовалютами, обычно эти компании через максимум 2 года, а некоторые даже через 1,5 года будут, как говорится, соскамиться, да, потому что они основным инструментом взяли типа криптовалюту. Но я не буду сейчас говорить о криптовалютах, я сделаю отдельно вебинар, где я расскажу вам, что такое криптовалюта, но чтобы вы понимали, вот по-хорошему, чтобы вы даже понимали, да, что любая криптовалюта – это соотношение спроса и предложения, и остатка. Вот любая валюта, особенно если она называется валютой, то она еще должна обмениваться в любом обменнике, если это современные технологии, как говорят, пересчета в интернете, то тогда она должна быть в любом обменнике, который существует в интернете. Потому что в любом обменнике можно поменять Яндекс.Деньги, WebMoney можно поменять, UniPay можно поменять на любую валюту там, и так далее, на любые электронные деньги можно поменять. Так вот, криптовалюта – это одна из разновидностей электронных денег, таких же, как Яндекс, и таких же, как и WebMoney. Никто не кричит там, что это криптовалюта. Да? Первая криптовалюта появилась, это вылетело из головы у меня, блин. Биткоин. Почему они существуют и будут существовать, чтобы вы понимали? Есть такое понятие, как ликвидность, обеспечение ликвидности. А если это валюта, так тем более должна быть обеспечение ликвидности. Не просто штампование на кое-либо, ну, скажем так, вот финансовыми контролирующими органами и регуляторами. Я вот удивляюсь, да? Сегодня они дают добро на печатание так называемых монет криптовалюты, дают на это добро реальное, да, вот, ну, как пример приведу, финмониторинг, когда мы пересылаем с России там несчастных каких-то 20 миллионов рублей, они начинают нам блокировать переводы в Белоруссию на законных основаниях. А тут я удивляюсь, да, они делают разрешение, дают разрешение на создание криптовалюты, то есть так называемый, вот скажем, компьютер, который отчеканивает монеты, грубо говоря, да. Отчеканивание монет идет по определенному алгоритму. Алгоритм спроса предложений и возникающих цифровых обработок при этом. Да? Вот это называется криптовалюта, которая есть. Да? И мне так удивительно, что вот Международный валютный фонд, там и, вернее, как называется, Финмониторинг и финансовые институты мировые, да, они дают на это добро. Хотя в прямом смысле слова спрос и предложение, если ничем не обеспечены, то, на мой взгляд, это пирамида. И мы видим, что доллар американский – это самая настоящая узаконенная пирамида. Так вот, скажем, грубым словом скажем, что любая криптовалюта сегодня – это практически узаконенная пирамида. Но только некоторые такие вот, ну, это не пирамида в общей сложности, скажем так, да, но за счет спроса и предложения и необеспеченности этой валюты, это получается пузырь и воздух. То есть, если не будет спроса, а будет супер предложение, да, то тогда непонятная ситуация.
ситуация. И наоборот, если будет слишком много продажи этой валюты и не будет спроса, то тоже ситуация непонятная. Так вот, в основе любой валюты, да, что-то есть. В основе рубля есть золотовалютный запас. А в основе любой, скажем, валюты в мире. А вот в основе доллара ничего нету. Самое интересное, вот, да? Зато доллар является в основе всех валют. Ну, то есть это пирамидос, навязанная пирамида мировая такая, американской, ну не американской в большей степени, а вот этими ребятами, которые штампуют доллар, скажем так, да, а в последнее время электронный доллар. Поэтому, чтобы больше не говорить о криптовалютах, я лучше сделаю вебинар отдельно, для того, чтобы вы понимали историю денег, историю появления денег, что деньги из себя представляют. Потому что деньги, чтобы вы понимали, это товар. Вот деньги это являются самым настоящим товаром. Товар, который имеет определенную ценность. Да? Но этот товар на основе чего-то. И почему появились монеты, потом они заменились там бумажными деньгами. А бумажные деньги, вот если вы помните, в советское время у нас были не деньги, а у нас был билет банка СССР, да, который был подтвержден, каждый билет определенным, если не ошибаюсь, там было написано, что этот банк не Российской Федерации, а СССР, да, который подтвержден там и соотношение чему-то, он чему-то был равен. Поэтому еще раз хочу сказать, да, что при этой прогнившей банковской системе у нас есть некоторые задумки без всяких криптовалют, как мы можем это сделать. И ценность, если говорить биткоина в большей степени, хотя его тоже не расломали, говорят, по крайней мере, да. Но ценность биткоина состоит в том, что там идет четкое шифрование данных. И это в большей степени протокольная часть, чем валютная часть. Это система протоколов взаимоотношений между клиентами. И вот тогда, если сильно зашифрованная протокольная часть, которую невозможно взломать, ни один хакер не может сделать. Ну, то есть, к примеру, я, Ховратов Андрей, передаю большому количеству людей, к примеру, какое-то количество учетных единиц, которые вы можете обменять там, кто на гривну, кто на доллар, кто на евро, кто на еще на чего-то. Да? И одна из задач, чтобы при вот, этом переводе, чтобы никто не мог взломать, не забрать эти деньги и у меня, и у вас. Вот это называется супершифрование в протоколах. И вот биткоин чем славился? Это именно вот этой супершифрованием, да? Но не созданием валют. Создание валют это было как инструментом, и как говорят эти, кто разработчики биткоина, что сама монета биткоин это всего лишь там, ну не знаю, маленький процентик, даже не 1% из большого супермаркета, который может вынести сама технология. Тут это нужно понимать. Но у нас, вот если вы говорите о триллионах в будущем, что будет продано, и там столько-то триллионов, да, ну, дорогие друзья, эти же деньги сразу распишутся. Точно так же, когда мы получаем деньги сегодня, они уже у нас не лежат мертвым грузом, они сразу покупаются металл, идет в работу, идет в бетон, идет куда-то еще. Когда мы будем строить адресный проект, нам деньги будут приходить, и сразу же мы будем вкладывать в работы, в материалы и так далее, и так далее. Они у нас не будут залеживаться. Ну, чтобы вы понимали. Так, Андрей, добрый вечер. Я из Ставрополя. Очень интересую узнать судьбу документации, которую специалисты ООО «Струнные технологии» Юницкого подготовили для нашего города по муниципальному контракту в 2006 году. Вам об этом что-нибудь известно? И могу ли я инициировать запрос нашему губернатору, чтобы пояснить ситуацию? Ну, во-первых, Наталья, первое. Для того, чтобы двигаться с адресными проектами, ну, во-первых, если в 2006 году было, нужно зайти на сайт Юницкого, найти публикации и посмотреть за 2006 год, есть ли там Ставрополь. Если не ошибаюсь, то, кажется, есть. Вот посмотрите то, что там было, да. Второе, чтобы идти к губернатору или еще к кому-то, есть определенная технология продвижения инициации адресных проектов. Если вы пойдете, ну, пойдете, поговорите, ну и что дальше, да? Но мы работаем, и скажу вам сразу, вот я работаю с теми людьми, которые первое, проходят у нас мастер-профи, мы подготавливаем там специалистов в разных нескольких направлениях, в том числе по инициации адресных проектов. Поэтому мы своих людей подготавливаем, чтобы они могли профессионально идти кому нужно.
Потому что есть этап. Губернатору нужно идти не сейчас. Губернатору нужно идти на определенном другом этапе, понять, что это за проект и когда к нему идти. Но до того, как прийти к губернатору, нужно пройти еще несколько инстанций, с которыми нужно обсудить сначала о внедрении этого адресного проекта. То есть там есть так называемые этапы и шаги, что необходимо сделать. И вот эти этапы и шаги мы обучаем всех, кто у нас на мастер-классе. Так, я несколько лет работал в ООО РЖД, интересует много вопросов технического характера, как вообще планируется организация движения струнного транспорта, какая тяга будет задействована для передвижения струнного подвижного состава, электрическая, дизельная или планируется применение альтернативного источника энергии. Вначале это будет и мотор-колесо, дизель-генератор, дизель-генератор и мотор-колесо. Но все эти вопросы, которые у вас есть, вы получите ответы, если вы зайдете в Skyway Invest Group, там есть Skyway на страничке. И внизу есть 100 вопросов, 100 ответов, транспортная система низкая в вопросах и ответах. Вы получите, как специалист, полные ответы на все ваши интересующие вопросы. И второй момент, посещайте, по вторникам у нас проводит вебинар технический Игорь Черный и Алексей Мурашко, и вы сможете как раз тоже задать там эти вопросы и получить ответ. Там Игорь Черный у нас специалист не только как руководитель направления Белтранснета, но он точно так же инженер, который строил вантовые мосты, очень хорошо разбирается именно в преднапряженных вот этих конструкциях, что это такое, с чем его едят, потому что я эксперт-специалист больше в привлечении финансов, в инвестировании, как растут деньги, как они могут увеличиваться, то есть с инвестиционной точки зрения, с технической точки зрения вам ответит очень хорошо Игорь Черный. Следующий вторник он уже будет, если не ошибаюсь. Да, следующий вторник. Владимир Чебоксары. В адресных проектах тогда партнеры не нужны будут? Почему нужны будут, Владимир? И мы и хотим, мое стремление, большое стремление. Вот, давайте я вам расскажу мое видение. Вот мы начинаем работать, запускать адресные проекты. И тут появляются дяди такие с большими деньгами, которые начинают в носу ковыряться носом и рассказывать, какие они крутые, да? А мы в это время, вот, ну, к примеру, адресные проекты по Чебоксарам, мы обращаемся к Чебоксарам, мы до этого сделали опрос общественного мнения, потом собрали людей и говорим, так и так, вот здесь будет адресный проект. Вот кто хотел бы проинвестировать вот такие выгоды на первом этапе, на втором этапе, на третьем этапе, да? И у нас есть определенное количество людей, которые первый этап уже оплатили, мы уже получили документацию, а вот эти дядьки с большими деньгами до сих пор в носу ковыряются, да? И рассказывают что-то. И тут потом они вдруг видят, что уже движняк пошел, там приходят и говорят, ну ладно, хорошо, давайте-ка мы купим у вас там компанию. А мы говорим, ну ты знаешь, уже вот мы сейчас строить начинаем. И вот, извините меня, по 2 доллара уже акций нету, а есть только по 5 долларов. Хотите, берите. Он говорит, как, блин, да я же тут только месяц думал. Мы говорим, ну, мы за этот месяц уже обеспечили финансирование и так далее, и так далее. И таким образом, почему люди будут вкладывать, я вам объясню. Потому что в адресных проектах достаточно, очень, не во всех скажу, потому что будут такие адресные проекты, которые окупаемость может быть будет 8, 9, 10 лет. И, ну, скажем, такие проекты, они нужны будут как, ну, их уже в большей степени государство будет обеспечить, потому что это проекты не очень коммерчески выгодные, да, но они необходимые. Такие проекты, они тоже нужны будут. И мы таким дядькам будем говорить, ну, давайте вот в этот проект идет, что, 10 лет окупаемости, тоже хорошо, 10% годовых, где вы еще такое найдете. Таким образом, мы будем создавать такой вот баланс, пока вот дядьки с деньгами думают, а войти им в бизнес или не войти. А мы же будем делать. Более того, есть программа, хочу вам сказать, и вот Анатолий Дорчуницкому об этом рассказал, и многим нашим руководителям рассказывал. У нас есть программа, где мы вообще можем строить без денег. Ну, фактически, чтобы вы понимали, из 100% стоимости адресного проекта, примерно 10%, 12% это стоимость их документации, ну, до 15% максимум, да? А 85% это на само строительство денег нужно. Но из 85% самого строительства нам нужно для материалов, ну, примерно 60-70%. Так вот, у нас есть план, и почему, опять же, мы обучаем мастер
профи, как мы можем так задействовать предприятие. Ну, вот представьте себе, что мы настолько заинтересовали людей в городе, что мы, они будут готовы даже 50% своей зарплаты получать акциями доли этой компании, которая будет адресный проект. Ну или люди фондовать там, или еще какие-то там света, какие-то еще направления, там, ну не знаю, да. Они готовы там 50% работать за деньги, 50% за акции, за долю этой компании, да. И там материалы там на 80%, чтобы заплатить за какие-то материалы, все остальное предприятие захочет акции этой компании. То фактически нам деньги нужны будут только для того, чтобы зарплату людям платить, да. А все остальное компании будут, грубо говоря, отдавать, ну, так называемые, входить в долю за то, что они дают материал. Ну, то есть это один из вариантов развития строительства адресных проектов. Тогда мы полностью очень интересно уходим от вот этого, кто-то написал, прогнившей банковской системы, не платим лишних комиссионных, да. Люди и предприятия действительно начинают жить в процветании, потому что когда начинает включаться какой-то адресный проект и приносить достаточно хорошую прибыль, да, то предприятие начинает иметь сверхприбыль. А люди, которые инициируют все эти вещи, они, как мы инициаторы, как фонд там, или Skyway, там, естественно, при этом доля компании будет гораздо выше. То есть фактически, еще раз хочу сказать, да, что деньги нам нужны в размере порядка 30-35%, ну может быть 40% от всего стоимости проекта. Ну вот здесь вот и пойдет доля вот этих вот крупных инвесторов. Поэтому отвечаю вот Владимиру, да, что мы хотим, чтобы как можно больше людей участвовало для того, чтобы не в пенсионные фонды непонятно какие там вкладывали, ну пускай туда вкладывают, потому что это нужно, да, но еще часть доходов, чтобы они вкладывали и понимали, что такое адресные проекты, какие выгоды они могут получать. Вот опять же по выгодам хочу сказать, вот когда человек вступает в пенсионную программу, даже, ну скажем, накопительную пенсионную программу, которая не государственная, что происходит? Он имеет пенсионный сертификат. И потом, когда он уходит из жизни, к сожалению, пенсионный сертификат будет состоять из акций определенных компаний, не передается по наследству. Ну, понимаете, да? То есть человек умер, и все никому. А это же, извините, чьи-то были вклады, и по идее дети должны были бы получить по наследству это, но никто не передает по наследству. Красиво придумано, хитро придумано ребятами интересными. А представьте здесь, если они инвестируют в адресные проекты, связанные с теми направлениями. То есть они это могут передавать по наследству, и их дети в будущем могут не работать ради хлеба или ради денег, там, да, а дети будут уже работать ради удовольствия, ради полезности обществу. Потому что им как таковые деньги не нужны будут, они их так будут иметь на то, чтобы покушать, путешествовать и жить. Совсем другая логика будет, да? Поэтому вот эти все вещи, естественно, мы будем проповедовать. Мы хотим, чтобы у нас были эксперты и специалисты, которых мы обучаем, чтобы мы это доносили до людей и показывали, как на вот те возможности, которые я всегда говорю, это самые лучшие возможности, которые бывают раз в 100 лет и в истории человечества. И этими возможностями нужно воспользоваться. Для этого необходимо нести информационно-образовательные программы в массы, чтобы они понимали, какие же возможности мы предлагаем для этого. Вот это очень важно. Так, ну что, дорогие друзья, я думаю, мы, наверное, будем заканчивать, потому что все-таки уже 2, почти 3 часа. 2 часа ночи. Ну, в общем, подведя итог, хочу сказать следующее, дорогие друзья. Если вы хотите, чтобы быстрее реализовался проект, давайте включайтесь. Обязательно, кто чувствует в себе силы, что он может поучиться у Ольги, приходите 29.07. Узнайте, какие условия в службе поддержки, я думаю, в личном кабинете будут и в объявлениях будут. Давайте активно начинайте с нами работать, потому что, ну, хочу сказать следующее, да, что у нас с вами, ну, большая такое дело, большая миссия, и давайте мы с вами хорошо, скажем, поработаем для того, чтобы, ну, скажем, все было просто здорово, и чтобы
Мы осенью не только городскую там и юнибайки представили, а еще и скоростную, а может быть и следующей весной, не летом и осенью, а следующей весной, как по плану в мае месяце, чтобы мы профинансировали. Всем всего самого наилучшего, самого светлого, самого хорошего, что промоушены, которые я объявил, они заканчиваются. Спешите быстрее для их использовать в своих собственных целях и получить наибольший опыт. Пока-пока. Thank you.